Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, експерти. Як завжди, по четвергах о 19.30 на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Контраргумент» ми обговорюємо найважливіше, найактуальніше питання нашого життя, життя міста, області, країни в цілому. І кожного разу, незважаючи на те, про що ми говоримо, про якісь побутові проблеми чи про політичні, у розмові нашій беруть участь люди, які справжні експерти у своїй галузі. І тому, про що б не йшла мова у цій студії, вона завжди буде компетентною, буде інформативною. І ви зможете взяти участь у цій розмові, просто долучившись до нас за півгодини і побачити на екранах ваших телевізорів телефони прямої лінії і зможете безпосередньо брати участь у нашій програмі. Сьогоднішня тема присвячена гуртожиткам. Гуртожиткам і всьому тому, що з цим пов'язано, адже комунальні проблеми тісно переплітаються, в тому числі, і з політичними. І вже не зрозуміло, чому ці наболілі питання не вирішуються, або немає політичної волі, або не вистачає грошей для того, щоб це зробити. У будь-якому випадку, сьогодні ми будемо про це говорити. І я впевнений, що велика кількість глядачів сприйме цю програму як щось дуже особисте, адже перший сюжет, який ми зараз покажемо і подивимося разом, підтверджує те, що говорити є про що. Будь ласка. Візит до одного з 5-поверхових гуртожитків Миколаєва, який розташований за адресою Миколаївська, 19А, нагадав процес відкриття ящика Пандори. Щойно люди побачили камеру, посипались скарги. Сьогодні будівля на балансі комунального підприємства «Гуртожиток», а ще півроки тому це було відомче житло підприємства «Чорномор» «Промсантехмонтаж». Наталя Багринець мешкає на останньому поверсі гуртожитку близько 15 років. І весь цей час, говорить жінка, її родина та сусіди потерпають через дах, який знаходиться в аварійному стані. Найменше дощ, і в кімнатах сиріють стіни. А коли злива, можна собі тільки уявити, як тут додається комфорту. Люди неодноразово звертались по допомогу до всіх можливих інстанцій, до кандидатів у депутати в тому числі. Криша тече сильно. У нас, коли дощ, миски стоять на коридорі, в туалеті там миски теж стоять, валиться вже потолок, діти ходять, ми боїмося їх туди пустити. Втім, навіть вдячність потенційного електорату не зацікавило жодного депутата. Дах як протікав, так і продовжує протікати. Ніяких депутатів, нічого, взагалі нічого, ніякої допомоги, навіть не приходили, не дивилися. Бивший наш ЖЕК, приходили, подивилися, руками здвинули і все, в нас нема нічого. Комнати продавали, казали, ми будемо крити кришу самі, ніхто нічого не крив, нічого не робив. Родина Наталі Багринець виділила з сімейного бюджету гроші і полагодила дах над своїми кімнатами. Але витрати стали марними. Менш забезпечені сусіди такої можливості не мали. А тому з двох боків помешкання стіни продовжують вологнути, поступово покриваючись грибком. Свого часу люди робили власними силами в місцях загального користування косметичний ремонт. Останні 5 років фарбувати та білити щось немає сенсу. Перший дощ зведе всі зусилля на нівець. Дах – не єдина проблема жителів 5-го поверху. В гуртожитку через відсутність балконів була облаштована сушильня площею 30 квадратних метрів. Нею користувалися близько півсотні людей, адже тут мешкають 14 сімей, які складаються в середньому з 3-4 осіб. А нещодавно половину приміщення відібрали, віддали під житло. Але документацію попередній ЖЕК не переробив, і люди вимушені сплачувати повну ціну за користування приміщення. Звернення до прокуратури і до інших органів ні до чого не привели. Людям відповіли, поки ви мешкаєте у відомчому житлі, ми нічого зробити не можемо. Крім того, у жителів 5-го поверху є ще один приємний бонус. Вода до них надходить невеличким напором. На прохання встановити окремий лічильник їм відмовили. Мовляв, достатньо того, який встановлений на весь будинок. Так як ми, в принципі, йдемо останній етаж, вода до нас доходить дуже мало. У нас маленький напор, і ми, в принципі, цим дуже страдаємо. Але, тим не менше, платимо ми, як весь дім. Хоча, з іншої сторони, там і огороди поливають, і хто на дачу вивозить, і пользуються водою всі, як кому удобно. Але, тим не менше, счетчики нам ставити не дають. Це історія одного поверху окремого гуртожитку. Втім, можна не сумніватися, ці проблеми типові. Скільки таких гуртожитків в Миколаєві, де необхідний капітальний ремонт як самої будівлі, так і даху, де незаконно віддають приміщення загального користування під житло тощо.
Тепер, коли будівля на Миколаївській 19А передано на баланс комунального підприємства «Гуртожиток», люди сподіваються, що їх почують і дах полагодять. Адже впевнені, ще одну зиму, особливо якщо вона буде сніжною, не пережити. Руйнування неминуче. Отже, доброго вечора, шановні наші телеглядачі. Настав час представити вам наших гостей, вже традиційні портрети, які ми про них підготували. Перший наш гость сьогодні – це Андрій Палько, заступник директора департаменту ЖКГ Миколаївської міськради. Візитівка про вас далі. Андрій Палько останнім часом в нашій програмі став основним, навіть єдиним виразником позиції міського керівництва. В першу чергу з питань житлово-комунального господарства. Хоча сьогоднішня тема більш широка. На посаді заступника керівника департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Андрій Миколаївич, напевно, знайомився з різними проблемами мешканців будинків, в тому числі гуртожитків. Вітаємо ще одного гостя в нашій студії сьогодні. Це Віталій Харченко. Доброго вечора. Голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Візитівка про вас далі. Віталій Харченко, юрист за освітою, закінчив Одеський державний університет імені Мечникова. До жовтня 2010 року, коли його призначили керівником Миколаївського відділення Антимонопольного комітету України, обіймав посаду заступника голови такого ж відділення сусідньої Одеської області. Віталій Георгійович послідовно проголошує важливість конкуренції у різних сферах. Складається враження, що це не лише вимоги його статусу, а й власне переконання. І далі представлю вам наших експертів та журналістів, присутніх в студії. Отже, Віталій Настенко, громадський активіст, сьогодні з нами. Доброго вечора вам. Вітаємо Віталія Кір'янкова, виконуючого обов'язки начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області. Доброго вечора і Максим Нівенчений вам, голова організації «Комітет народний контроль». І ще один гість сьогодні в нашій студії – це Ігор Пох, журналіст і публіцист. Отже, як ви можете побачити, поруч з нашими гостями є ще одне пусте крісло. Його мав би зайняти представник Обленерго. Ми дуже довго намагалися, адже ви побачите, і ми сьогодні будемо говорити про це, і ми вже так трохи торкнулися цього питання, що Обленерго є одним з головних фігурантів багаточисленних скандалів, численних непорозумінь, численних, навіть, я б сказав, таких побутових трагедій, які відбуваються у жителів гуртожитків саме з причин тієї політики, яку проводить Обленерго. Втім, вони навідріз відмовилися брати участь у цій програмі, і ну, це зрозуміло, адже довелось би відповідати на дуже незручні запитання, а вони цього, напевно, не люблять. І ще мав один гість взяти участь в нашій програмі, це Олег Солтіс, директор того самого комунального підприємства «Гуртожиток», про який ми казали і ще казатиму не один раз. Втім, у нього є певні сімейні причини, і я думаю, що саме вони стали на заваді його появлення сьогодні в студії, ані не також небажання відповідати на ті питання, на які йому доводиться відповідати досить часто і на сесіях, і між ними. Отже, панове, ви подивилися цю програму. Андрій Миколаївич, напевно, я маю на увазі цей сюжет, яким ми розпочали програму. І як Володимир Ніченко свого часу сказав, що не можна читати історію України без брому, то я можу сказати, що неможливо займатися цією програмою, готуватися, дивитися ці сюжети, ці людські трагедії без ліків від сердечних нападків. Адже справді, якщо ставиш себе на місце цих людей, які живуть і потерпають в цих гуртожитках, розумієш, що це просто найстрашніше покарання, напевно, яким доводиться відбувати декому пожиттєво. Скажіть, що з цим робити? Чи взагалі є якийсь вихід? І я розумію, що дуже легко буде сказати про те, що є якась загальна глобальна державна політика тощо, і там чогось не вистачає. Втім, людям, які живуть у цих умовах, від цього не легше. І я дуже хотів би, щоб протягом цієї програми ми справді знайшли якісь
певні шляхи того, як, звичайно, не одразу. Втім, все ж таки знайти змогу допомогти людям, принаймні, у чомусь. Щоб вони побачили, що влада справді піклується про них. І що депутати заходять туди не тільки для того, щоб роздати свої передвиборчі листівки, а справді для того, щоб виконати ту роботу, яка є їх обов'язком. Будь ласка. Добрий день, уважаемые зрители, студія. Действительно, проблема общежитий, наверное, самая сложная, самая тяжелая для любого города и для жителей, так как, я думаю, немножко экскурс назад, общежития изначально строились, использовались исключительно для проживания семей рабочих, либо же одиноких рабочих заводов, фабрик и прочих промышленных предприятий. С момента независимости Украины потихоньку этот процесс начал переформатироваться. И учитывая отсутствие жилья, люди там вместо временного жилья начали уже проживать там на постоянной основе. При этом на сегодняшний момент проводится постепенная передача этих общежитий в коммунальную собственность от предприятий. К сожалению, она проходит очень сложно. Почему? Потому что в основном коммунальная собственность передается общежития фактически с ликвидированных предприятий, банкротов, в очень плохом состоянии, как вот мы видели в сюжете, вот в прошлом году, после многолетних переговоров, судов, тяжб, все-таки мы забрали два общежития от этого предприятия, это Азовского 6 и Николаевского 19, так как на протяжении многих лет люди платили какие-то определенные платы, но никаких работ там не видели и никаких вложений от собственника тоже там не было. Поэтому мы вот видим ту ситуацию, которая есть. В преддверии не могу кто сказать, что, например, нам в подобном положении передало ЧСЗ 4 общежития, будто мы 9, 11, 13, 15. В таком же самом состоянии, даже наверное, хуже состояние было, потому что в одном из общежитий пятый этаж вообще был нежилой. Люди там не жили, так как крыша там была решето, и пятый этаж был просто зеленый от грибка, от всех вот этих вот затеканий. На протяжении последних вот нескольких лет мы эти все общежития с момента передачи нашли возможность, несмотря на то экономическое состояние и ту работу с казначейством, сложности, которые были в 2013-2014 году, провели там ремонтные работы, и крыша во всех этих четырех общежитиях отремонтирована. Решить вопрос этого общежития, которое было принято совсем недавно, одномоментно, конечно, невозможно. Но городские власти обращают внимание на общежитие в первую очередь. Почему? Потому что, как я уже обозначил, что там живет самое социально незащищенное и самое обиженное население. Потому что мало того, что они живут в маленькой комнатушке, там стандартные размеры 12 квадратов, 17 квадратов, так еще и зачастую нету права собственности, необходимо решать вопросы по приватизации. Плюс еще вот эти вот коммунальные проблемы. Ну и как уже было где-то указано о том, что проблемы с монополистами, связанные с тем самым электричеством. То есть это проблемы, которые системно появились в статусе общежитий. И кроме всего прочего, есть еще проблема, связанная с нормативной деятельностью общежитий. На сегодняшний момент на законодательном уровне, несмотря на неоднократные обращения в кабинет министров, в профильное министерство о том, что требует изменения нормативная документация, связанная с общежитиями, ну, мы сегодня еще работаем по положению об общежитиях, которое датировано 1986 годом, то бишь при Украинской РСР, которое было принято. До сегодняшнего момента никакого документа, регламентирующего работу общежития, до сих пор нету, не вышло. Их приписывают как жилой дом, но это совсем не жилой дом, это совсем другое положение, совсем другой статус, совсем другое отношение. Поэтому вопросы там есть системные, проблемные, не надо ими, конечно, заниматься. Мы будем считать, что мы обозначили определенный круг вопросов, которые постараемся, если не решить на протяжении этой программы, то хотя бы наметить пути их решения. Я хотел обратиться к Виталию Георгиевичу. Скажите, пожалуйста, вот в принципе, ну, может быть, немножко странновато выглядит присутствие, ну, фактически руководителя, да, антимонопольного комитета на коммунальной теме, но вот уже прозвучала фраза о монополистах, да, то есть людям несведущим, ну, наверное, не очень понятно, ну, представитель коммунальных служб, да, понятно, руководитель, да, вот
в какой степени ваше, собственно говоря, ведомство может как-то влиять на ситуацию в этой области? Влиять, ну, для начала необходимо разбираться с ситуацией. И здесь, не знаю, будет ли это секретом, но в данном случае статус монополиста по определенным видам услуг имеет в том числе и коммунальное предприятие «Гуртожиток». У нас есть длительная история общения как с «Облэнерго», так и с «Гуртожитком», в плане того, что мы устанавливали нарушения как в отношении одной организации, так и в действиях другой организации. И в том числе были установлены нарушения, это так немножко исторический экскурс, в действиях коммунального предприятия «Гуртожитка», когда оно неправомерно начисляло и пыталось взыскивать и применяло санкции в виде отключения в отношении своих жильцов. И мы признавали это виновными и накладывали довольно-таки значительные суммы штрафов. Поэтому в данном случае, подводя к дальнейшему обсуждению, я бы хотел уточнить, что, во-первых, здесь при обсуждении этого вопроса необходимо исходить из приоритета защиты права потребителя, жителя города Николаева, на надлежащее энергоснабжение, на надлежащее получение услуг от коммунального предприятия. Потому что не исключено, я не говорю, не констатирую, но я говорю, что не исключено, что это все порождение действий двух предприятий, которым, возможно, с которыми необходимо разбираться и опять-таки давать надлежащую оценку. Ну и надеюсь, вот на сегодняшний вечер мы к чему-то... Вот Виталий, поговорим. Скажите, а насколько эффективно может быть вот... ваше желание что-то исправить. Потому что здесь уже не раз звучали диалоги, когда милиция, там, представители каких-то там служб, говорят, да нет, ну мы, конечно, хотели бы, мы можем, нам не дают полномочий. У нас не хватает законодательства, у нас еще чего-то нету. Насколько я знаю, у антимонопольного комитета есть достаточно большие, достаточно весомые рычаги влияния на ситуацию. Но в то же время, ну вот скажем, и «Облэнерго», и господин Солтис, с богатой историей своих работ в разных ролях, в разных ипостасях, несмотря на все ваши замечания, несмотря на явное нарушение, по-прежнему остается руководителем. То есть «Облэнерго», ну, там, хоронит дело в апелляциях, да, очень долго это все тянется, а страдают живые люди. Вот где тот способ решить проблему, который люди могут почувствовать на себе? Потому что над ними издеваются, их ставят в невыносимые условия, их загоняют просто в глухой угол. Мы еще посмотрим сейчас один сюжет об «Облэнерго» в частности. А с вашей стороны, да, есть какое-то реагирование, но оно уходит в какие-то, куда-то вот какие-то очень длинные инстанции и не заканчивается тем, что люди бы сказали, да, мы обратились в антимонопольный комитет, или там обратились в общество охраны прав потребителя, или обратились там в коммунальные службы, и нам помогли. Вот мы обратились, и там через какой-то короткий срок мы увидели результат. Они знают, что вы что-то делаете, но они этого не чувствуют. Ну, здесь, наверное, ответом будет следующее. Или позиции, моей позиции. О том, что в данном случае необходимо осознавать роль самого потребителя, человека, в решении той проблемы, которая в данном случае может обсуждаться на этой передаче. Поэтому я не случайно привел примером те дела, которые рассматривались в отношении коммунального предприятия «Гуртожиток». Там было обращение, ну скажем так, активного жителя этого предприятия, который живет вот в одном из общежитий. То есть человек осознал, что проблема есть. Человек осознал, что на него, ну так, простым языком, повесили долги, которые он не... должен оплачивать, которые неправомерны. Насколько я знаю, там вопрос и был таким образом решен, что эти долги были в отношении него отменены. Поэтому для начала, наверное, нужно идти к тому, что необходимо жителям этого предприятия осознавать свою гражданскую, проявлять свою гражданскую позицию, в том числе обращение в органы государственной власти. Потому что, к сожалению, антимонопольный комитет обращаются периодически то «Гуртожиток», то «Облэнерго» с жалобами друг на друга, но как таковые конечные потребители, которые страдают и которые должны получить защиту от органов власти, как правило, не спешит обращаться или сообщать о таких фактах. Ну вот, к счастью, есть... Как они заставляют страдать жителя? То есть вот есть «Гуртожиток», руководство «Облэнерго» и «Гуртожитка», они между собой воюют, а как механизм этой войны? Вот то, что я до сих пор не могу понять. Вот они воюют, а как страдает житель? Повышенные тарифы. И что делать человеку с, взять, например, лист бумаги, с простой квартирой? Взять лист бумаги и изложить, что уважаемый... платить, и изложить вопрос.
официально изложить вопрос, который его волнует, и потребовать ответа от соответствующей инстанции государственной власти, будь то антимонопольный комитет, будь то совершенно иная инстанция, будь то орган местного самоуправления. Вы, может, вопрос не поняли. Наверное, не поняли. В чем смысл или в чем суть войны между Облэнерго и Гуртожитком, как страдают люди? Войны, наверное, вы не совсем поняли. Здесь не идет речь о войне. Речь идет о конфликтах, которые периодически, вот в данном случае мой уважаемый коллега озвучивал, возникают между Облэнерго и коммунальным предприятием, ну, в частности, последствием которых может быть периодическая попытка отключения электроснабжения объектов коммунального предприятия. Правильно? То есть достаточный повод озаботиться со стороны коммунального предприятия, потому что все-таки там живут люди. Наверное, людям необходимо все-таки поднимать вопросы о переходе на индивидуальные договора энергоснабжения. Людям необходимо поднимать вопросы, связанные с формированием задолженностей, которые им потом выставляют для оплаты. Наверное, это все-таки для этого не нужно, скажем так, много инициативы, просто нужно осознать наличие своих прав и требовать их защиты. И в данном случае антимонопольный комитет, безусловно, будет выступать, ну, если не защитником, то, по крайней мере, в рамках закона давать надлежащую оценку этим изложенным фактам и в случае необходимости открывать дела, рассматривать, накладывать штрафы, и самое главное, кроме штрафов, возлагать обязательства на стороны, которые признаны виновными в совершении того или иного правонарушения. Ну, то есть, иными словами, проявиться всей полноте вашей власти не позволяет не ваша какая-то пассивность или там отсутствие полномочий, а недостаток вот тех самых обращений, о которых вы говорите. Потому что та история, которую вы рассказали, в общем-то, послужила поводом не только для того, чтобы разобраться с одним конкретным человеком, но, я так понимаю, вынести определение в адрес, конечно, руководителя предприятия. Не руководитель. Я прошу прощения, я хотел бы уточнить. В данном случае полномочия антимонопольного комитета не давать оценку руководителю. Угу. Дается оценка действий субъекта хозяйства, предприятия, угу, в целом. Угу. Потому что, ну, как вы сами озвучили, руководители могут меняться. Понятно. Скажите, Андрей Игорьевич, вот вас очень устраивает деятельность господина Солтиса? Увы, придется говорить о нем за глаза, но мог прийти, мог ответить. Ну вот вы руководитель его непосредственно. Это уже не первая история и далеко не первый громкий скандал, связанный с ним. С ним и с предприятием ГРУ тоже так. И, в общем-то, вот вспомните, был у нас несколько раз на передаче, например, господин Трофанюк. Человек, который просто честно и как-то очень ответственно взялся за дело, которое, ну, вы помните, его предшественником было просто-напросто превращено, ну, в синоним коррупции. И даже в тех случаях, которые, в общем-то, особенно его не касаются, ну, например, смешная история, да, с пляжем «Стрелка», которая относится к предприятию ритуальных услуг, он даже там умудрился как-то вот, насколько это можно, вести порядок, потому что человек ответственный. И таким образом мы прекрасно понимаем, что на самом деле от конкретного человека, который руководит тем или иным, даже, может быть, очень запущенным предприятием, зависит лицо городской власти. Так почему в таком случае господин Солтис такой пуленепробиваемый? Ну, конкретно по кандидатуре Олега Петровича, ну, я думаю, все прекрасно знают, что кандидатура, точнее, лицо довольно неоднозначное. Ну, например, тем, что он в свое время избил оператора Сергея Сецкого, который снимал сюжет о том, как в предприятии господина Солтиса продают спиртное несовершеннолетним. Забрал у него камеру и сказал, что как бы вот так и правильно. Был за это судим, был подведен под амнистию. Но на самом деле, как бы, это не снятая судимость, это он просто попал под амнистию. То есть там человек с богатым прошлым. Но, тем не менее, вот нормально, стал депутатом. Теперь руководит предприятием. Да, я думаю, все слышали, неоднократно были и разнообразные скандалы по самому предприятию, там, и вопрос о коррупции, и да, по этому поводу. И самого Олега Петровича, но у него контракт на сегодняшний момент действует с городским головой на эту должность. Он является одновременно и депутатом городского совета, и директором предприятия. Я думаю, что, конечно, то, чего ожидали и с каким посылом он шел на руководящую эту должность, когда городской глава был Владимир Чайка и когда он подписал с ним контракт впервые, на мое мнение, он не оказал тех надежд, которые мы на него возлагали. Скажите, вот может ли сегодняшний разговор, сегодняшняя программа, те сюжеты, которые мы еще увидим,
послужить поводом для того, чтобы с вашей подачи, ну, если нужно, мы эту передачу запишем, возьмем кассету в золотую рамочку и повесим на стене рабочего кабинета Юрия Исаевича, чтобы она ему напоминала о том, что здесь говорилось. Вот может ли такая программа послужить поводом для того, чтобы чиновников, которому столько претензий у всего города, и включая его руководителя, ну, потому что бывает ситуация, город тут не понимает, ну, люди, они хотят, чтобы все было быстро, а там все на самом деле очень сложно, и сразу все не сделаешь. Но человека, которого я не слышал ни одного доброго отзыва о его деятельности, чтобы пересмотрели условия контракта, вот с тем, кто на самом деле позорит городскую власть. Потому что ведь на самом-то деле тут же мэр делает очень много. И программа «Городской дворик», «Николаевский дворик», и дороги, которые сейчас у нас стали, ну, просто действительно неузнаваемыми. Это все делает городской голова. Но этот же городской голова сохраняет у себя на работе людей, которые дискредитируют все, что он делает. Насколько вот сейчас то, о чем мы говорим, может иметь какие-то последствия. Виталий Георгиевич говорит, что обратиться к нему с жалобами, и можно ждать результата. Можно ли ждать результата от вас, как от руководителя, и от непосредственного начальника господина Сотиса, вот каких-то дальнейших действий? Или мы опять будем разводить руками и говорить, мы не знаем, почему так звезды сошлись? Можете уволиться? Я лично не могу. Ну, а представление написать на увольнение? Представление мы подавали в отношении рассмотрения дальнейшего пребывания на должности руководителя предприятия. То есть от департамента было такое обращение неоднократно в отношении того, что считаем целесообразно, учитывая ухудшение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рассмотреть возможность замены руководителя предприятия, его реорганизации. Также стоял вопрос, я думаю, слышали о том, чтобы с баланса предприятия вывести жилые дома, потому что на балансе СКПР тоже есть не только общежития, но еще и жилые дома. К сожалению, пока решение по этому поводу не принято. Разное мнение было в депутатских комиссиях и у депутатов в частности. Я думаю, здесь играет роль Юрия Петровича как депутата городского совета. Поэтому я думаю, что будет представление Юрия Исаевича. Я думаю, это еще раз даст ему возможность задуматься о дальнейшем целесообразности пребывания Олега Петровича на данной должности. Ну, либо, может быть, его действительно устраивает такое лицо. Игорь Пов, пожалуйста. Я хочу немножко поправить Ярослава Владимировича в том плане, что, ну, вот он сказал, что не слышал ни одного доброго слова о Олеге Петровиче Солтесе, как, собственно, руководитель этого. Я хочу немножко поправить. Я живу, мой дом, где я проживаю, находится на округе депутата городского совета Олега Солтеса. И вот те, ну, условные подъездные бабушки, да, лидеры общественного мнения, вот, когда я прохожу мимо там нескольких домов, то мы как бы здороваемся друг с другом, вот, и временами возникают такие вот разговоры о быте. Вот. Так вот, они без ума, честно сказать, от Олега Петровича Солтеса. Почему? Картинка. Вот просто даю срез такой жизненный. Недели две с половиной назад, выходя утром из дома, я заметил, что мой подъезд красят. То есть красят дверь и так далее. Мой подъезд, соседний подъезд. Потом я прошел в соседнем доме, увидел свежепокрашенный. Причем красиво, нормально, разными цветами. Все очень красиво. Через неделю начали перекрывать козырьки подъездные. Вот. И, то есть рабочие все там делают, женщины, мужчины. Я спросил, это что, ЖЭК вот сподобился? Они говорят, нет, это вот Олег Петрович Солтес, депутат, дал денег. Вернее, не денег дал, а купил материалы, заплатил рабочим ЖЭКа. Вот, не знаю, из каких, из собственного кармана, либо из тех денег, которые депутатские, там, не знаю подробностей. Вот. И мы вот делаем. И когда я начал, ну как бы начал, спрашивал попутно, опять же, у этих подъездных бабушек, вот, мол, депутат, мол, хорош, там, они говорят, вы себе не представляете, сколько он сделал для людей, которые живут в частном секторе на военных улицах. Там не было освещения, он провел детские какие-то площадки, там еще. То есть
тут не совсем правильно, видимо, как бы, беда жителей этих общежитий в том, что они живут не на избирательном участке. Вот это я и хотел сказать. То есть получается так, что перед выборами Олег Петрович старается на своем округе навести красоту, сделать что-то. Ну, это хорошо, это здорово на самом деле. А вот эти общежития, которые находятся вне округа, они остаются в упадке жутком. И вот что с этим делать, совершенно непонятно. Ну, давайте вот мы посмотрим. Я вижу, есть уже желающие. Это очень хорошо, что у нас как бы завязывается дискуссия. Давайте специально для бабушек из твоего подъезда, Игорь, проведем такую виртуальную экскурсию на Киевскую 2. А если они захотят, мы их потом туда даже свозим, чтобы они посмотрели на самом деле на то, как живут люди, которым не повезло оказаться на округе господина Солтиса. Пожалуйста. Відомчий гуртожиток Чорноморського суднобудівного заводу розташований в Миколаєві по вулиці Київській, 2. Під час процесу корпоратизації, як і ряд інших аналогічних об'єктів, ввійшов до статутного фонду акціонерного товариства. При цьому зареєстровані тут миколаївці мешкають у кімнатах від 15 до 30 років. Іншого житла у людей просто немає. Захистити власні майнові права члени ініціативної групи намагаються в судах різних інстанцій. 15 января, у нас був суд, в 2014 році. Апелляционный суд вынес решение, чтобы завод передал общежитие в городскую коммунальную собственность. Ну вот уже прошло полтора года, мы до сих пор как бы так. Згідно рішення апеляційного суду Миколаївської області, публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» було зобов'язане передати приміщення гуртожитку номер 5 до комунальної власності міської територіальної громади. Тим самим документом колегія суддів зобов'язувала міську владу прийняти житло на свій баланс. Та сталося не так, як гадалося. У вересні 2014-го все майно акціонерного товариства, у тому числі й гуртожитки, було заарештовано. Справа зайшла у глухий кут. Вот это мы ждем, пока они снимут арест. Сначала мы ждали, пока по их инициативе это снимется. Потом уже начали сами как бы подгонять их, ну, никаких результатов. Они собирались здесь у нас в общежитии, составили протокол, где из этого протокола было уже ясно, что городская власть берет на себя ответственность о ходатайстве в судебных органах, о снятии ареста хотя бы частичного, ну, чтобы это общежитие хотя бы снять с него арест для того, чтобы передать в городскую коммунальную собственность. З того часу два роки поспіль групами і кожен окремо мешканці гуртожитки оббивають пороги мерії. В приймальні дні громадяни намагаються зустрітись із першим заступником миколаївського міського голови Юрієм Андрієнком. Не став винятком і день сьогоднішній. Чиновник вкотре запевнив ініціативну групу, що справа на контролі міської влади. Ми працюємо по вашому питанню. Я лично підписав очередне, к сожалению, обращення на виконавчу службу про те, щоб вони максимально приняли меры по исключению ваших общежитий из того общего, скажем так, арестантского списка. Вот. Если они не отреагируют, мы будем действовать через прокуратуру. Спільні наради із розв'язання конфлікту проводилися і в обласній державній адміністрації. Сьогоднішній керманич суднобудівного заводу переконує владу і жителів в лояльному ставленні до справи і бажанні допомогти. Водночас тільки втручання міського голови та його заступників, представників обласної державної адміністрації дозволило поставити крапку у багатьох складних питаннях, пов'язаних із відомчим житлом підприємства, як документального, так і житлово-комунального характеру. Там були проблеми з малооцінкою, ми їх вирішили. Были проблемы с водоканалом, мы взяли на себя эту обязанность и решаем эту проблему, вне зависимости от предприятия, хотя идем даже на некоторые нарушения в этом отношении. По тепловикам, вы знаете, вы же присутствовали на совещании у Николая Павловича Романчука, правильно? Все это знаете, все, что мы можем, мы делаем. Я хочу сразу внести ясность. Понятно, что это не, это общежитие не принадлежит предприятию «Гуртожиток», коммунальному предприятию «Гуртожиток». Но в данном случае, поскольку тема-то, в общем-то, ну, должна быть близка руководителю, да, то, ну, наверное, было бы логично ожидать, что, коль скоро он уже как бы не занимается своими общежитиями, то, может быть, его депутатская деятельность позволила бы как-то вот активизировать решение этого проблемы. Да, но то есть, ну это город, он депутат городского совета. И, наверное, можно было бы ждать каких-нибудь пламенных выступлений на этот тему, на этот счет. Но вот никакая из ипостасей этого руководителя как-то вот не срабатывает. Виталий Семенович, пожалуйста, у вас был ответ.
вопрос. У меня вопрос такого характера. Значит, люди оплачивают услуги. Мы уже в прошлый раз на прошлом с вами говорили. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь может сказать, сколько люди заплатили за год за обслуживание дома, за поставку воды, газа, за капитальный текущий ремонт? И сколько на эту сумму сделано конкретно? И какие были предложения от фирм, которые выполняют данные услуги, от разных фирм? Сколько? Тогда бабушки будут знать. Мы заплатили за квартиру 200 гривен в месяц за какие-то там услуги. Взамен получили шиш. Прошу прощения. Ничего не получили. Где остальные деньги? Потом у депутата появляются деньги на краску. Со своего кармана? Нет. С того кармана, с которого он выбрал все деньги. И я посмотрел сейчас список. Что нам предоставляет? Вывоз мусора, вода, канализация, свет, тепло. А в конечном итоге что мы имеем? Ноль. Сегодня, говорят, будет температура воздуха у нас в отопительный период 16, а уже, говорят, и 12 градусов. За что мы платим, за то мы и получаем. А где разница? Покажите нам сумму, которую население оплачивает, и то, что они получили. Конкретно, ведь сказано, что мы можем запросить, а вы покажите прозрачно, куда раскладываются деньги, ведь это бешеная сумма. В прошлый раз я говорил, что до 8 миллионов дом собирает. Нормально? Где эти деньги? Куда они пойдут? Это за год? Да. Посчитайте, площадь подъезда умножена на рубль 96, и посмотрите, что получается. И умножьте на 12 месяцев, 6 подъездов. Какая сумма получается? Что на них сделано? Не по тому, как к зиме. Ни мусоропроводы не обрабатывается, а это все записано, все забито в тарифе. Я вот сейчас на днях смотрел тариф на акцизный сбор. Смешно. С 96 года акциз, и плюс на него еще НДС. И получается, что значит, сегодня на спиртовые изделия 48% только идет акциза. Уберите акцизы предыдущие, так и у нас. Я в прошлый раз вам говорил, у нас была радиоточка, она осталась радиоточкой. В сумме она оставалась, а на нее накручивали каждый раз. Ну нету этого в структуре тарифа. Вот мы на прошлых передачах говорили об этом. Я вам принесу этот документ. Я думаю, что мы можем поговорить о структуре тарифа, в принципе, сегодня тоже. Однако, мне кажется, здесь более интересен другой вопрос. Вот то, что касается денег, которые в любом случае ведь платят жильцы за общежитие. Тут уж, да, ну как раз я думаю, что мы сейчас послушаем руководителя общества охраны прав потребителей. Это те деньги, которые прямо должны идти в коммунальные предприятия, то есть, ну, в город, это наши деньги, да, это деньги, коммунальные предприятия, это наша собственность городская, и, соответственно, они должны идти на содержание этих домов. Понятно, там не хватает, чего-то там мало, но непонятно, в принципе, что с этим происходит. И где тогда действительно вот те самые услуги, которые люди оплачивают, и где возможность этих людей стребовать услуги или не платить за непредоставленное? Ну, если они как бы авансировали предоставление услуги и дальше ее не получают. Как с этим быть? Извините, полный. Что там инфляция? Вот, кстати, на экранах телефон горячей линии. Вы можете присоединяться, уважаемые зрители. Да, пожалуйста. Эту тему говорили, еще раз повторюсь о том, что структура тарифа сегодняшняя, так как и в общежитии, так и в жилых домах, она идентична, и она очень-очень скудная. То есть там всего-навсего 7 услуг, которые я называл, и если взять то, что остается в жилищно-коммунальном предприятии, то из-за всего этого тарифа больше половины уходит на сторонние организации. Что касательно выполнения работ, начисления, есть такое понимание по домовой тариф, который должен быть принятый и который должен работать. Соответственно, с подомовым тарифом идет подомовой учет. И можно это дело тогда четко, планомерно рассматривать, изучать и прочее. Хотя, в принципе, на сегодняшний момент тариф у нас идет не по дому, а по предприятию в целом. Но посчитать, сколько пришло на дом и что было сделано, это в принципе возможно. Такое мероприятие мы такое проводили, мы брали несколько, даже не мы проводили, а проводил фонд развития города Николаева, который возглавляет Михаил Заглотухин. Они брали пример, несколько домов и просчитывали, брали запросы и было такое рассмотрение, сколько было сделано по этим конкретным домам. Кто хочет, можно знакомиться, я думаю, с этими информацией, увидят, что там есть определенные перекосы. Есть перекос в том, что у нас тариф по содержанию жилья, по сути, разработан был в 2008 году, а принят в апреле 2009 года. С того момента была только пару раз корректировка тарифов, и этот тариф корректировался только по двум статьям. Это электроэнергия и это вывоз ТБО.
Все, больше никаких корректировок не было. Ни по зарплате, ни по стоимости материалов, ни по ГСМ, ни по каким-либо другим статьям. Хотя за эти годы мы сами видим, насколько все подорожало, насколько увеличили все эти стандарты. Да. Виталий Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот вы посмотрели, в принципе, два сюжета. Есть ли с вашей точки зрения, и, кстати, этот вопрос касается Виталия Владимировича, потому что, в общем-то, вас где-то в определенной степени вы соприкасаетесь, да, в защите прав потребителя, по крайней мере, на этой вот на территории. Есть ли уже в этих сюжетах, которые вы посмотрели, какие-то основания для вашего реагирования? И если люди, герои вот этих вот сюжетов, обратятся к вам соответствующими жалобами, ну, я надеюсь, что вы сейчас расскажете, как это сделать, тем более, что случаи-то достаточно типичные, с такими случаями сталкиваются очень многие. Есть ли у них основания надеяться, что эти жалобы повлекут за собой какие-то практические действия ваших двух ведомств? Кто первый? Ну, вот вы начали, вы говорите. Хорошо. Ну, в данном случае хотел бы тогда анонсировать, что, в принципе, сейчас отделение активно занимается изучением этого вопроса на, скажем так, на базе некоторых эксплуатационных организаций. Я не буду их называть, потому что как бы исследование не закончено, я не хотел бы озвучивать результаты, не перепроверив их, скажем так. Но предварительные выводы уже крайне любопытные в плане того, стоимости услуг, сколько денег, как вот озвучил общественный, да, общественный деятель Виталий Степанович, сколько денег было взято и как они были израсходованы и каким образом, ну, собственно, происходило их освоение. И вот некоторые результаты, скажем так, весьма, ну, неоднозначны, да, если так можно сказать. Поэтому, если вы будете не против, то через месяц у нас, я думаю, появится тема для общения. Мы будем очень за. Более подробно. Поэтому, опять-таки, если действительно у людей есть какие-то вопросы, то однозначно они будут для нас полезны с точки зрения, скажем так, корректировки курса исследований. Безусловно, у нас есть свои сложности, ну, в частности, невозможность проведения проверок. Да, выездные проверки сейчас мораторий. Но есть свои законодательные рычаги, законодательные механизмы, когда мы все-таки получаем информацию медленно, со скрипом, но получаем. И вот это будет такой анонс. Скажите, пожалуйста, в этой вашей деятельности, насколько вам помогает и помогает ли городской исполком городского совета? Ну, это одна из ключевых точек, которая позволяет проводить, собственно говоря, такие исследования, потому что от этого и отталкивается, собственно говоря. Это источник достоверной, полной информации, от которой отталкивается в своих исследований. Нет, я имею в виду, они с вами сотрудничают в этом плане, они вам помогают? Ну, помогают, мешают, наверное, это некорректный ответ, некорректный вопрос или некорректное определение. В данном случае речь идет о взаимодействии в рамках закона. Если мы спрашиваем городской исполнительный комитет, да, мы получаем ту информацию, которую мы запрашиваем. Если нам что-то непонятно, мы приглашаем специалистов исполнительного комитета, которые нам дают пояснение для того, чтобы мы сделали выводы в рамках законодательства. Вот как-то. Спасибо. Ну, Виталий Владимирович, пора уже вступать вам. Конечно. Наша инспекция по вопросам защиты прав потребителей Николаевской области хочет обрадовать потребителей и огорчить субъектов хозяйствования. Виталий Георгиевич сказал, что есть мораторий на проведение проверок. Тут немножко неоднозначное, так сказать, суждение в этом плане. Мы проверки проводим, внеплановые, в том числе по жалобам потребителей. Вот уже буквально с 1 августа начали. Даже плановые проверки начнутся в 4 квартале. Что бы хотелось сказать. В том срезе жалоб потребителей, которые к нам поступают, жалобы на жилищно-коммунальные услуги составляют где-то порядка 20%. Здесь очень часто упоминалась фамилия господина Солтиса. Мы как раз в августе месяце проводили проверку данного предприятия. Ничего, конечно, особо плохого я не хочу сказать о данном руководителе. Предприятие, в принципе, предоставило нам все необходимые документы. Вопрос, конечно, касался именно взаимоотношений потребителей по оплате услуг за потребленную электрическую энергию. То, о чем бы, конечно, хотелось более конкретно поговорить, потому как эта проблема не на законодательном уровне, не на местном уровне, не решается в стране нигде, не говоря там о городе Николаеве, Николаевской области, это, в принципе, нигде не решаемо. То есть это реальная проблема общежития. Только, конечно, прямые договора с Облэнерго это могли бы решить. Ну, а в свете того, что мы можем проводить проверки и те жалобы, которые к нам поступают, сейчас очень часто участили жалобы именно на протекание крыши. Так как жилой фонд Николаева довольно старый, эта проблема актуальна для всех.
Но при рассмотрении этих жалоб мы натыкаемся на одну существенную проблему. В положении о жилищно-эксплуатационных конторах, которые обслуживают наш жилой фонд, не заложены у них деньги на капитальный ремонт. Они всегда эти деньги просят у городского совета. И вот когда как раз касается вопрос капитального ремонта крыши, есть дома, у которых и 30 лет не проводился ремонт, и 20 лет, ну то есть у всех по-разному. Все жилищно-коммунальные предприятия, так как они все-таки, участвуя в тендере на обслуживание жилого фонда, не имеют монопольного права обслуживать 10-20 лет подряд и накапливать эти деньги. То есть они получают там на год, на три разрешения на обслуживание. Вот у меня, конечно, к Андрею Николаевичу вопрос, аккумулируются ли вот эти деньги в тарифе на капитальный ремонт, и у кого они остаются? Передают ли те предприятия, которые теряют потом возможность обслуживать фонд, эти деньги другому предприятию? Или они их неадекватно осваивают? Да, и вот всегда потребителям нам приходится отвечать, что наказать коммунальное предприятие за неоказание услуг по капитальному ремонту мы не можем, так как текущие они все-таки выполняют. И конечная, так сказать, инстанция у нас городской совет в виде департамента. Но ответы департамента, сразу скажу, в принципе, департамент с нами тоже плотно работает, всегда отзывчиво отвечает, отвечают так обтекаемо, мы вас поставим в очередь и при наличии средств обязательно отремонтируем. Андрей Николаевич, ну вот все-таки, хотя бы сейчас, когда идет предвыборная кампания, ну, благодатное время, когда надо хоть какие-то из своих обещаний выполнять, да, есть ли теоретическая, очень зыбкая, но все-таки хотя бы какая-то надежда, что, скажем, еще до октября хотя бы в некоторых из этих домов все-таки крыши отремонтируют? Надежда есть, конечно же. Я для начала отвечу на вопрос, который задаю по поводу аккумуляции денег по содержанию жилья. Как правильно сказали, в тарифе нету статьи «Капитальный ремонт». Есть вопрос содержания, есть вопрос обслуживания, текущих работ. И эти все работы должны проводиться в течение короткого времени, то есть в течение буквально того самого месяца, двух, если ты не сделал работы по одной статье, ты делаешь по другой статье, но эти деньги не имеют права накапливаться. То есть нет такого понимания, как накопительный фонд. В ОСББ такое понимание есть, они делают отдельный счет, и туда делается накопительный фонд, накопилась какая-то сумма, они потом делают. У нас, к сожалению, в тарифе такого нету. Более того, если бы мы даже хотели, на сегодняшний момент по действующему законодательству наличие материалов на складах для проведения каких-то работ, либо накопления денег, приписывается сразу по налоговому кодексу в прибыль. И кроме того, что у тебя еще остались какие-то деньги, реализованные в этом месяце, остатки на твоих счетах превращаются в прибыль предприятия, которое еще должен предприятие переплатить. То есть есть еще коллизия в налоговом законодательстве. Что касательно кровель, то в этом году, благодаря децентрализации власти и увеличению финансовых ресурсов, мы в этом году планируем действительно сделать большие работы, связанные с проведением капитальных ремонтов кровель. На протяжении последних лет нам удавалось выполнить капитальный ремонт кровель 30-35, где-то так вот домов мы ремонтировали. Почему? Потому что были сложности с казначейством, непрохождение платежей, кризисы и так далее и тому подобное. В этом году у нас по плану заполнено 84 кровли. На сегодняшний момент работы мы активно по этому направлению. Если раньше у нас работало 2-3 фирмы, сейчас у нас работает 8 организаций на кровлях, для того, чтобы поспеть в этот период выполнить эти работы. Кроме всего прочего, на следующую сессию мы попросили дополнительно еще 8 миллионов гривен, для того, чтобы можно было еще сделать какие-то работы, пока не наступили холода и пока погода позволяет. Если это будет реализовано, то я думаю, что много из тех вопросов, которые накопились у людей, будет решено. Потому что мы старались выбрать те кровли, которые находятся в самом плачевном состоянии. Это кровли черепичные, это кровли, у которых деревянные перекрытия в домах, плоские кровли, такие, как вот были там в первом сюжете, где покрытия как такового нету. Потому что технологии, которые были применены при строительстве домов, и наш климат, они несопоставимы. Мы прекрасно знаем о том, что у нас зима плюс-минус, плюс-минус, и обычные материалы, там, рубимаст, руберит, его просто разрывает.
появляется маленькая трещинка, и за счет температур эта трещинка разрывает до того, что она все течет. Поэтому мы стараемся использовать, выискиваем новые материалы, новые технологии для того, чтобы были применимы для нашего региона. Это и унифлекс, это и мембрана. И сейчас вот попробуем еще один материал, тоже унифлекс, европейский попробуем. То есть это те материалы, которые позволяют увеличить срок эксплуатации кровли в 2-3 раза. И эту технологию мы применяем, я думаю, что будет как на мягких кровлях положительный эффект, так само мы на шиферных кровлях тоже начали применять профлист для того, чтобы увеличить еще тоже его срок эксплуатации, потому что потребность в капитальном ремонте кровли у нас составляет более 700 домов. 3000 жилых домов коммунальной собственности, 700 нуждаются в капитальном ремонте кровли. Сделать их все одним методом, к сожалению, не в состоянии. Хорошо, но Игорь, при таких темпах есть действительно... Звучит это очень обнадеживающе, хотя понятно, что, конечно, на 700 домах, в общем-то, сложно говорить о каких-то ощутимых результатах. Однако те люди, которым все-таки повезло оказаться, в числе тех, у кого делают ремонт, уже смогут жить под нормальной крышей. Вы можете сейчас назвать адреса тех общежитий, в которых, скажем, до конца этого года будет произведен ремонт? Ну, просто чтобы люди услышали и поняли, да, они уже в этом году почувствуют изменения. Если конкретно по общежитиям, то смотрите, мы в этом году закончили уже работы на Бутоме 9, мы заканчиваем работы космонавтов 112. Также у нас еще в плане Шкапина 89, по-моему, адрес общежития в Ракетном Роще, Металлургов 28. То есть это те общежития, которые у нас запланированы по капитальному ремонту кровли. Ну, я не говорю уже о жилых домах, которые также попали. Там еще есть ряд домов, но я просто так... Хорошо, то есть, иными словами, в принципе, что-то происходит. Однако, я бы хотел поговорить о том, что можно было бы сделать, может быть, просто путем пересмотра вот тех самых тарифов и тех самых неадекватных сумм, которые платятся людям за те условия, в которых они живут. И одно из двух, либо действительно решить проблему жильцов для того, чтобы они не платили, как платят, допустим, жители нормальных каких-то квартир за то, что, в общем-то, жильем назвать трудно. Либо же, чтобы эти деньги как-то можно было с умом использовать. Мы поговорим об этом после рекламной паузы. А как только, в общем, наша реклама закончится, я думаю, что компетентные наши собеседники смогут сказать, что же со всем этим делать. Рекламная пауза. Медіапортал міста Миколаєва в Ніколаєві Інфо. Телерадіокомпанія Миколаїв у мережі Інтернет. Тільки на нашому порталі дивіться телеканал Миколаїв в мережі Інтернет. Улюблені програми, свіжі випуски новин та тільки корисні відеоматеріали тепер не тільки в телевізорі, а й в інтернет. Комп'ютер, планшет, смартфон, будь-який гаджет із задоволенням покаже вам наш портал. Варто набрати в браузері лише адресу в Ніколаєві Інфо. Разом з порталом в Ніколаєві Інфо ви ніколи не пропустите жодного випуску улюбленої передачі. Потрібно просто запам'ятати декілька простих кроків. Заходимо на сайт в Ніколаєві Інфо, обираємо передачу, випуск якої ви пропустили, та натискаємо кнопку «Шукати». І все? Ні. Ви легко можете обрати дату, якщо ви точно пам'ятаєте, коли вона виходила. Не пам'ятаєте – не проблема. Можна знайти випуски програми за день, тиждень або місяць. Медіапортал міста Миколаєва в Ніколаєві Інфо. Цей світ врятує людина. Людина, що несе любов та милосердя. Розум можна затьмарити, очі можна обманути, але людина чує серцем. І це серце врятує людство. В Україні
понад 1 200 000 переселенців зі Сходу та Криму. Не відмовляю в допомозі. Хочеш допомогти? Звертайся. Я вже багато років отримую субсидію. За новим законом субсидія для мене оформлюється автоматично. А в соціальній службі кажуть, що вони не встигають. То буде для мене субсидія чи ні? Якщо ви вже оформили субсидію, а платіжки прийшли без їх врахування, не хвилюйтеся. Субсидії вам будуть автоматично перераховані, а ваші витрати відшкодовані. Итак, было 3 минуты у наших экспертов для того, чтобы подготовиться к ответу на этот вопрос. Я напоминаю, существует, безусловно, проблема. Существует проблема законодательная. И, кстати, хотелось бы понять, участвуют ли как-то в решении этой проблемы на законодательном уровне наши николаевские депутаты Верховной Рады. Есть проблема финансовая, денег всегда не хватает. Есть как бы много разных проблем. Но есть ли пути решения этих проблем просто для того, чтобы на уровне перестройки тех уже отношений, которые в принципе существуют? Или это все совершенно безнадежно? Давайте послушаем зрителя, а потом попробуем ответить на этот вопрос. Говорите, пожалуйста, в эфире. Говорите. У меня вопрос к департаменту. Я бы хотела знать, сколько все-таки в городе Николаеве общежитий и почему люди так бедствуют? Они находились на рабочих местах. Если бы там же жил чиновник, хотя бы вот департамент, заместитель, который здесь находится у вас в студии, нужно его на один день туда, на ночь, на сутки отправить. Особенно на 9-й этаж. И все. И на этом закончится. И я хочу, чтобы не заместитель пришел, а именно сам директор. Ведь в вашем телевидении есть Виталий Георгиевич. Почему-то он заместителя не привел вместо себя, а пришел сам. Спасибо. Пожалуйста. Ну, отвечу вопрос, почему пришел я, а не руководитель. Потому что я в эту тему немножко лучше знаю и курирую этот вопрос, так как являюсь заместителем как раз именно по жилищным вопросам. Что касательно пожить в общежитии, то я вам скажу, что в 2007 году я получил комнату в общежитии Севастопольская 65 на 9 этаже. Комнату получил, так как я был молодой специалист, не имеющий здесь никакого своего жилья, я приехал из области. Заехал в комнату, которая была черная после предыдущего обитателя, проводил в ней ремонт и прожил в этой комнате ни много ни мало 6 лет. И то, что как живут общежития и какие проблемы они имеют, я прекрасно знаю, не на понаслышке. Что касательно вопроса, который был о том, что делать. Ну, Игорь, давайте, у нас есть звонок, у нас активизировались наши зрители. Нет, уже все, уже, видимо, разорвался. Да, пожалуйста, отвечай. Что касательно, что делать жителям общежития, какие есть возможности для того, чтобы этот вопрос решить? На сегодняшний момент я вижу самый острый, большой вопрос. Это два вопроса. Это первое, это приватизация. Потому что как бы то ни было, но сложилось уже так и исторически, что люди в этих общежитиях проживают на протяжении многих лет. И хотя бы этот вопрос решить в законодательном поле. В законодательном поле это возможно? Сложно. В некоторых случаях, в случае перестройки помещений в общежитии каким-то одним соседом, заложниками становятся все остальные. Потому что пока не будет узаконена эта перестройка, в блоке либо на коридоре становятся заложниками все жители. Ну, вот мы видели сюжет, да, о том, что там отобрали кусок помещения, а узаконить не могут. И вот оно так и висит. Начинаются вот, то есть, моменты о том, что нет понимания между соседями. То есть какие-то начинаются склоки о том, у кого-то больше, у кого-то меньше. А как? Вот этот вопрос сложный в решении. Механизма пока, к сожалению, нету. И пытаемся эти вопросы решать мы как на городской комиссии по
решению спорных вопросов у жителей общежитий в таких вот моментах. Второй вопрос, который очень сложный для жителей общежитий, это вопрос по потреблению воду, тепла, электроснабжения. Самое сложное – электроснабжение. Почему? Потому что, ну, давайте говорить честно, есть потребитель, который использует электрические приборы, потребляет какую-то электроэнергию и за нее оплачивает. Есть потребитель, который, как бы то ни было, используя специфику строительства общежитий, подключается на чужие розетки, подключается к какой-то другой проводке, где-то делают отматывание, страдают от этого тоже, к сожалению, все жители этого общежития. И вопрос тоже этот, который можно решить, это, правильно было уже где-то тут здесь сказано, а переход на прямое абонирование. Как то есть на прямые возможно? Взаимоотношения. По этому поводу мы очень много общались с Облэнерго о том, чтобы они пошли все-таки навстречу по этому поводу, чтобы принять на прямое абонирование, на что мы на протяжении многих лет получали отказы, подписанные разнообразными своими внутренними инструкциями, постановами и так далее и тому подобное НКРЕ. Преломным моментом стала ситуация с предприятием «Будивальник». Тогда, когда предприятие «Будивальник» стало полным банкротом и платежей никаких не пришло, ну, не приходило на само предприятие «Облэнерго», отключение не давало позитивных результатов, они нашли тогда вариант, каким образом можно решить этот момент. И совместными усилиями «Облэнерго», предприятие «Будивальник» и жителей провели мероприятия, связанные с переходом на прямое абонирование. И на сегодняшний момент люди там в этих домах проживают и не переживают о том, что у них придет дядя в форме «Облэнерго», рубанет рубильник в КТП, и они останутся без света и без возможности себе приготовить покушать. И на основании этого мы уже попытались и сделать такие же самые мероприятия и в преднаших коммунальных общежитиях. Ряд общежитий уже переведено на прямое абонирование. Конечно, здесь уже становится вопрос о том, что немножко работают двойные стандарты. Там был банкрот, с которого ничего не было. Здесь все-таки есть городские власти, которые можно где-то немного потягать, вытребовать, что-то там вытянуть для того, чтобы они сделали работу это собственным счетом. Поэтому мы за счет городского бюджета выполняли работы, связанные с проектированием для перехода на прямое абонирование. Мы проводим работы также по этому поводу. Естественно, где-то совместно с жителями, где-то за счет бюджета. Полностью. Ну, вот удивительная история, да. На протяжении достаточно длительного времени руководитель «Облэнерго» господин Антощенко преподносился общественному мнению как некое исчадие ада, просто источник всех зол, и его смещение, его замена, опять-таки, преподносилось как, ну, все уже, вот, ну, как же можно терпеть такой беспредел дальше, а теперь все будет хорошо. Однако, как я понимаю, не поменялось ничего, может быть, даже стало хуже. Виталий Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот это уж совсем ваша тема, это монополисты. Можно их заставить делать то, о чем вот рассказывает руководитель коммунального предприятия и представитель города, который... В общем, понимает, да, вот сейчас уже пример нам привел. Город, почему не переходит «Облэнерго»? Потому что город можно с него потребовать. А когда ситуация оказалась безнадежной, и уже ни город не мог сделать, ни жильцы, ну тогда стали брать по одному. То есть прецедент существует. Однако они, вот совершенно правильно говорится здесь, действуют исключительно в своих интересах. Когда же они начнут действовать в интересах потребителей? На этот вопрос, думаю, следующий может быть ответ. О том, что да, прямые договоры с «Облэнерго» и жильцами этого коммунального предприятия, возможно, это действительно будет частичный выход из этой ситуации. Это теоретически, а практически нет, как их заставить сделать? Но для начала практически или каждый потребитель имеет право обратиться в энергоснабжающую организацию согласно правилам пользования электрической энергии. А ему напишут инструкции, как отвечают городу. Стоп. Вот здесь есть антимонопольный комитет, который в данном случае даст оценку этим инструкциям, которые он отвечает городу.
Тогда давайте так, Виталий Ильич, вот смысл этих программ для того, чтобы мы здесь объяснили людям, что им делать. И очень хорошо, что есть эксперты. Вот скажите, пожалуйста, вот ситуация. Я, условно говоря, живу в общежитии. Я хочу перейти на прямой договор. Каков алгоритм моих действий, где я должен начать и где должен закончить? Начнется с обращения я в Облэнерго о том, что я гражданин такой-то, проживающий по такому-то адресу, намерен перейти на двусторонний договор с Облэнерго. После этого вступают в действие правила поздней электрической энергии, которые в данном случае обязательно будут как для Облэнерго регламентировать его действия, так и для человека, который намеревается перейти на эти двусторонние договорные отношения. И Облэнерго тут получается в ситуации, когда не имеет права поступить иначе, как только по способ, предусмотренным законодательством. Поэтому то, что если вдруг будут возникать двусторонние, как вы сказали, разное применение, да, или разное трактование, разное применение, разный подход к решению одного и того же вопроса, это в данном случае уже может быть рассмотрено как неправомерное действие со стороны Облэнерго. И в этом случае корректировать его действия, самого предприятия, уже задача антимонопольного комитета, в частности. То есть, но в данном случае я бы хотел еще немножко вернуться к теме, связанной с ремонтами крыши, если позволите. Да, конечно. Подождите, давайте так, пока вы не перешли на другую тему, давайте мы послушаем звонок зрителя и потом поговорим о крыше. Пожалуйста, отвечайте. Вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к Андрею Палько. Улица Террасная, 10. Это бывшее общежитие Черноморского завода. У меня там живут знакомые. И вот они мне рассказывают, что больше 10 лет они обращаются, у них течет крыша. Одни отписки, мы вас включили, сейчас нет финансов и прочее. Может быть, Андрей, вы дадите ответ, не входит ли в перечень запланированных объектов вот этот злополучное общежитие старое? Спасибо. Дальше, давайте коротко, чтобы Виталий Георгиевич закончил свою мысль. Пожалуйста. К сожалению, пока в текущем году этого адреса в плане нет. Спасибо, Виталий Георгиевич. Продолжайте, пожалуйста. Я хотел бы сделать... Ну, скажем так, предложение или просто для заметки представителям от горсовета, горсполкома. О том, что у горсовета, горсполкома есть отличный механизм, с помощью которого можно повысить эффективность использования средств, которые выделяются из городского бюджета, ну, в данном случае на ремонт крыш. Например, проведение конкурса тендера. Да, безусловно, есть пороговые значения, когда проведение тендера, госзакупки, это обязательно. Но заказчик может добровольно, самостоятельно принять решение о проведении конкурса. В этом случае, я считаю, это повысит эффективность использования средств. Потому что однозначно рынок ремонтных строительных организаций не замыкается только Николаевщиной. Достаточно можно эффектно, эффективно привлекать организации, которые действуют в иных регионах и обладают, может быть, большим опытом, может быть, меньшим. Но в любом случае, это вопрос, который как минимум достоин для обсуждения. Вот не зря в вашей визитке было сказано, что вы большой сторонник конкурентной борьбы. В данном случае это подтверждаете. Давайте послушаем зрителя. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот я опять слушаю очередные ваши вопросы, там крыши, там все такое, общежития, там муниципальные дома. ОСМД, возьмите пример с ОСМД. Люди в ОСМД влаживают свои деньги, никого ничего не просят. Закрывают крыши, ремонтируют сети. Пусть люди, вот и надо было тогда брать не 20 копеек квадратного метра на ремонтные работы в общежитии, если вы вообще у них брались, а брать больше. Боялись повышать тарифы? Вот пускай думают, что это их не дом, а не кто-то придет им будет делать. Почему мы платим налоги, а потом с наших налогов, ОСМД я имею в виду, добавляют им с бюджета на ремонтные работы? Когда они будут сами думать о себе? Муниципальные дома и общежития, которые мы построили деньги... Мы построили дома ОСМД на свои деньги. И живем, и содержим их. А люди, которые получили квартиры бесплатно в муниципальных и в общежитиях, хотят, чтобы их продолжали все делать бесплатно. То есть за счет бюджета, за счет остального все. Или за часть чего-то там. Слабо им самим организоваться, как ОСМД, и заняться своими работами по дому. Спасибо. Кстати, очень... своевременный звонок, поскольку у нас есть сюжет как раз вот об АСМД. И я думаю, что он этот сюжет в известной степени подтвердит правоту зрителя. Давайте посмотрим. УБ
березні 2015 року в Миколаєві на базі одного з колишніх гуртожитків по вулиці Потьомкінській, 131В, було створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Потьомкінське. Це перший подібний досвід для міста, який втілюють життя активні мешканці багатоповерхівки. В домах нужно создавать объединение совладельцев. Я считаю, что на сегодняшний день это единственный выход, чтобы вывести из тупика наше жилищно-коммунальное хозяйство. Проблеми таких гуртожитків і їх мешканців давно відомі, накопичились вони за багато років, тому вирішувати їх непросто, але вкрай необхідно. Раніше цей гуртожиток знаходився на балансі підприємства «Ера». У 2011 році його було передано в комунальну власність міста – КП «Гуртожиток». Протягом 4 років ситуація на краще не змінилась. Тоді мешканці гуртожитку вирішили власними силами навести лад у будинку. Департамент городской помогал нам в том плане, что нам помогли взять на баланс это здание. И в настоящее время мы обратились в городские власти, написали много разных писем во все инстанции, ходим, добиваемся, но пока что все остается только на бумаге и на словах. У них подписаны договора, и в договоре учитывается, что если жители берут дальше на баланс, то есть они это здание будут сохранять, дальше они его будут самостоятельно поддерживать, оберегать, укреплять, значит, ремонт делать, но при условии, что местная власть, бывший балансодержатель, он должен сделать капитальный ремонт. За півроку роботи об'єднання вирішити всі проблеми не вдалося, в першу чергу через те, що існує багато бюрократичних перепон. Вот мы сейчас ждем от городского департамента, там заключили договор на то, чтобы нам привести в порядок электричество в доме. Вот. И вроде бы уже готова смета, которую мы четвертый месяц ждем для того, чтобы профинансировали нам и помогли выполнить эти работы. Тож наразі мешканці чекають від різних інстанцій конкретних рішень за своїми зверненнями. Очень важный вопрос нас волнует. Такая страшная в городе организация Николаев Облэнерго, которые еще мы не успели заключить с ними договор, они нам наперед выставили счет и буквально через на авансовый платеж. И буквально через 2 недели выставили нам еще один счет, насчитали пеню на этот авансовый платеж. Значит, вместо того, чтобы помочь нам стать как-то на ноги, никто ничего не разъяснил, и теперь еще и в суд на нас подают за то, что мы не оплатили эту пеню. Можливо, в когось і є сумніви щодо дієвості такого об'єднання, та мешканці цього гуртожитку вже переконали, що іншої альтернативи в них немає. Стали чище під'їзди. Ми зараз, як Наталя Ніколаївна розказувала, йдемо по пути обновлення електричества. Ми сподіваємося, що далі власті підуть нам на зустріч, все буде у нас добре, і всі проблеми наші вирішаться тільки в положительну сторону. У будинку 240 мешканців. 50% квартир тут вже приватизовано. Наразі цей процес триває відповідно до законодавства. Приватизуючи квартиру, мешканці автоматично стають членами ОСББ. Это вот те активные граждане, которые будут понимать, что они должны вложить свои усилия в то, чтобы помочь власти. Особенно сейчас вся политика децентрализации направлена на то, чтобы активные громады вот в такой единении, вот в таком совместном труде могли отстаивать совместные интересы. Мне режиссер говорит, что есть звонок в студию. Дождался у нас зритель? Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Это можно... Да, здравствуйте. Говорите, мы слушаем. Да, здравствуйте. Я живу в доме в Корабельном районе по Металлургу 26А. У нас в подвале, это тоже относится к гуртожитку, в подвале безобразие. На крыше голуби, в вентиляции голуби. Топят, конечно, надо желать лучшего. Даже работники облтепла не могли попасть в подвал. Почему? Потому что там сломан, оказывается, вентиль. Сантехники забежали, посмотрели, выскочили быстренько. Вот. Тепла у нас как такового не было. Если обещают 16 градусов, то у нас вообще, наверное, будет холодно. Я вот просила бы, чтобы сам Солтис пришел и посмотрел к нам в подвал, что там творится. Там несколько раз заливало канализацией, никто не убирает. А с голубями мы замучились, у нас вентиляции, мы весной убираем не только, ну, представляете, что такое голуби разложившиеся. Напомните, пожалуйста, ваш адрес, если вы еще в эфире. Металлург 26, а это Корабельный район. Хорошо, спасибо. Андрей Николаевич, есть у вас законы против Кости Сапрыкина, скажите, пожалуйста?
Конкретно по этому адресу, я думаю, не только придет Солотис, но придет еще работник департамента проверить, что там в подвале. И пока есть время до отопительного сезона, посмотрим еще раз, насколько система готова к приему тепла. А то, что по поводу голубей, ну такая проблема действительно есть, когда строились дома, для того, чтобы была вентиляция, есть такое понимание, как окна на техническом этаже. Мы сейчас начали процедуру с тем, потому что это идет массовое обращение от наличия голубей, а соответственно их потом продуктов из жизнедеятельности, которые попадают в квартиры, с тем, чтобы поставить решетки, позакрывать эти все технические этажи для непопадания птиц на эти технические этажи. Процедура эта не так быстро. От продуктов мы проводим дезинсекцию, то есть обработку, для которой ликвидируют эти все и запахи, и наличие там блох и каких-то других вирусов и организмов, которые происходят в процессе вот их жизнедеятельности. Но эта процедура не такая быстрая, потому что Скажите, пожалуйста, когда жителям вот этого дома по Металлургов ждать визита господина Солотиса, а может они там, не знаю, ковровую дорожку постелят, военный оркестр наймут, как-то встретят достойно? На следующей неделе будут там работники департамента вместе с работниками СКП «Гуртожитка». Спасибо большое. Максим, пожалуйста. Да, я хотел задать вопрос. Вот вы говорили, что «Облэнерго» всячески против того, чтобы жильцы переходили на индивидуальное абонирование. Если вы... Немножко не так. Они не против, но они используют немножко разные подходы. То есть для того, чтобы перейти на прямое абонирование, они требуют от нас документацию в установленном порядке, замену счетчиков, проведение... Изначально требование было это перетяжка всех сетей. Вы сказали вначале, что против, что вы хотите. Хорошо, вот Виталий Георгиевич говорит, обращайтесь. Да, теперь следующий момент. А ему не откажут прямо, его отправят вот по большому кругу. Да. Максим, если можно, перебью, чтобы это было возможно, это скорректирует ваши вопросы. Я просто на конкретном примере. Конкретный пример. Виталий Степанович, скажем так, живой свидетель дела, которое рассматривалось в Николаевском отделении в отношении «Облэнерго», когда садовому товариществу фактически отказывали, или, скажем так, усложняли путь заключения для каждого индивидуального члена прямых договоров с «Облэнерго». И в данном случае мы имеем уже конкретно четкое определенное решение Николаевского областного отделения антимонопольного комитета о том, что действия «Облэнерго» в части выдвижения дополнительных требований неправомерно, потому что «Облэнерго» время от времени пытается не формально применять положение, порядок, применять, так скажем, расширительное толкование. Творчески. И чем существенно усложняет жизнь вот этим жителям Николаева. Поэтому в данном случае, возможно, вы можете ознакомиться с этим решением и как минимум пытаться руководствоваться или выводами отделения, или теми пояснениями, которые даны сторонам, для того, чтобы вот доводить эту информацию жителям города Николаева. И вот в этом, наверное, работа активистов в том числе и заключается. Вот я все-таки хочу закончить вопрос. Вы сказали, еще раз повторюсь, вы сказали, что «Облэнерго» выступает против того, чтобы переходить на индивидуальное абонирование. Если вы вспомните, мы с вами в прошлом году, где-то в октябре месяце, в начале октября, были на проспекте Героев Сталинграда, когда выключался свет в общежитии. В 2012 году, перед выборами. Нет, это было как раз в 2014 году, когда избирался Николай Васильевич Жук, и он приезжал на этот участок, включал. Вот. И там было требование следующее, я помню, что как раз задолженность большая у коммунального предприятия «Гуртожиток», она не платила, накопилось большое количество долгов, и «Облэнерго» наоборот настаивала на том, чтобы если мы включим, то необходимо, чтобы жители переходили на индивидуальное абонирование. Это было условием, на основании которого под личные гарантии Николая Васильевича Жука, мы звонили Юрию Исаевичу, который почему-то не захотел приехать, чтобы жители перешли на индивидуальное абонирование. Это было условие «Облэнерго». И мы обещали помочь, департамент сказал тоже. Вот хотел узнать, вот конкретный пример, когда «Облэнерго» наоборот настаивает, и какова судьба сейчас этого общежития, перешли ли они на индивидуальное абонирование или нет, если нет, то почему, если да, то как? Спасибо. Да. Я скажу, что я не говорил, что они против, но требования у них разные.
когда вопрос стоял по будивальнику, требования были одни. Когда, по конкретному, да, общежитию? По конкретно. Там даже есть ваш комментарий, вы давали, да, комментарий. Есть мой комментарий. Я помню этот адрес, на котором я был. Что по этому адресу? Пока он не переведен на прямое абонирование. За год. За год, при не том, переведен. Что Облэнерго просила, уставил условие, да, включим, если городские власти переведут. Если городские власти переведут. Mm-hmm. Но только для того, чтобы перевести, необходимо выполнить ряд требований, как уже обозначили, которые проект в одном формате получается дорого. Говорим дальше, давайте что-то удешевлять, давайте это сделаем. Потом придут, нет, все-таки мы не хотим так, давайте мы сделаем так. То есть требования Облэнерго на протяжении этого периода постоянно менялись. Михаил Алексеевич, позвольте вам представить. Виталий Георгиевич Харченко, исполняющий обязанности руководителя антимонопольного комитета в Николаевской области. Если вы не слышали, то он сказал, что он, в общем, готов не только интересы отдельных жителей, но и интересы городской власти защищать. Что вам мешает уже сейчас, услышав о том, что вас, мягко говоря, разводят, обратиться к инстанции, которая имеет все рычаги влияния на вот этих вот отсутствующих здесь господ? Мы, дело в том, что по этому поводу обращение было как в антимонопольный комитет, так еще есть инспекция по энергосбережению, которая также за ними присматривает, энергонадзор, то есть энергонадзор, который и туда мы обращаемся, о том, чтобы были как бы арбитрами в той ситуации, потому что работа действительно очень сложная в условиях. Условия Облэнерго, одно из условий также, что мы вот какую-то часть общежитий пустим на прямое абонирование, но вы покажите проплаты СКП «Гуртожиток» за потребленную электроэнергию. Вот какие будут шаги. То есть разнообразные моменты. Вы, думаю, помните о том, что в прошлом году было выделено 3 миллиона «Гуртожитку» для того, чтобы он мог провести работы по... Это как в том анекдоте про долгоносика. Давайте выделим ему еще 6 миллионов, чтобы они подавились. А вот были какие-то меры предприняты? То есть люди платили «Гуртожитку», а «Гуртожиток» не переводил деньги Облэнерго. Ну, то есть, скажем прямо, неадекватно их осваивал. Зато на округе все хорошо. А на округе все хорошо. Скажем, прямо если даже на месяц положить эти деньги на депозит, то будет за что покрасить крыши на округе. Я скажу даже о том, что по требованию Облэнерго больше года у «Гуртожитка» арестованы счета. Поэтому... Говорить о том, что... Ну, зато всех устраивает руководитель коммунального предприятия «Гуртожиток», потому что он депутат городского совета, а рука руку моет. По суда, да? Речь идет. По решению суда, да, за послужность. Он выдающийся хозяин. С мая, по-моему, прошлого года арестован счет в «Гуртожитке». И те наши даже пожелания, мы хотели выделить 3 миллиона гривен для того, чтобы ускорить процесс перехода на прямое абонирование. Но мы столкнулись с тем, что счет арестованный. И если мы туда перечислим деньги «Гуртожитку», то, соответственно, деньги уйдут. Все благие начинают. Поэтому мы знаем, что мы отправим деньги, их все равно украдут. Но мы знаем, поэтому, из-за кого, да, это все. Но все равно нас все поэтому устраивает. Деньги мы не перечислили. Начали процедуру о том, что заказчиком является департамент. Мы заключаем договор с специализированным предприятием на переход на прямое абонирование. И эти деньги были возвращены назад в департамент для того, чтобы они не ушли потом по назначению совсем другому. Боже, как причудливо тасуется колода. Мне нравится Виталий Георгиевич, который так смотрит на все это. Куда я попал? Я хотел бы выступить, да, в случае, если не арбитром, то человеком, который иногда должен понимать проблемы со стороны, которая, скажем так, в данном случае... обвиняется время от времени в каких-то там грехах. Но это Облэнерго. О том, что Облэнерго все-таки это не благотворительная организация. Это организация, которая призвана зарабатывать деньги и окупать свои расходы. Поэтому долги, я так думаю, которые подтвержденные, необходимо возвращать. Ну, долги отдают только трусы, я понимаю. Но вот скажите мне, пожалуйста. Тогда скажите мне, например, Николаевское тароделение имеет часть решений судов в пользу тароделения по взысканию штрафных санкций с КП «Гуртожиток». И в данном случае эти деньги не пойдут на счета Николаевского отделения антимонопольного комитета. Эти деньги целевые идут в государственный бюджет Украины. То есть в данном случае КП «Гуртожиток» должно не только Облэнерго, которое, как вы говорите, арестовало счета, но КП «Гуртожиток» должно деньги в бюджет Украины. Вот я не знаю,
Очень хорошо, был бы здесь господин Солтис, сказал бы, да все вы врете, все неправильно, да, ну вот нету господина Солтиса, вот важным делом он занят. Но вот за все время, что мы говорим, оказывается, что, я не знаю, может быть, конечно, сменили бы Солтиса там на кого-нибудь другого, и получилась бы такая же история, как с Облэнерго, да, был самый страшный Антошенко, а сменили его, а оказалось, ну уж, по крайней мере, не лучше, если не хуже. Кстати, ну вот объясните мне, пожалуйста, как помните, может быть? Когда говорили, что хорошо, что убрали Захарова, теперь будет другой руководитель, будет все хорошо. И получилось Захарова, когда сменил Солтис. Когда Антошенко сказал, все хорошо. Ну, я не знаю, у меня, например, на этот счет никогда не было иллюзий. Но зато я знал, что будет хорошо, если уберут Брека. Не знал, насколько будет хорошо. Но вот оказался идеальный, по-моему, руководитель Трофанюк. То есть, на самом деле-то есть ведь люди, которые могут что-то сделать. Так объясните, пожалуйста, что еще нужно сделать? Как еще облажаться? Какие еще преступления совершить? Я не знаю, там, кого еще избить? У кого камеру забрать? У кого деньги украсть? Для того, чтобы руководитель, о котором все это все знают, перестал быть таким руководителем. Может, дело в том, что есть же случаи, когда помощников или задерживали на взятке, да, или сотрудников гуртожитка. Может, они мешают работать нормально? Под ногами путаются. Они же постоянно, вот там, по-моему, два раза кого-то уже или три раза задерживали за приватизацию. По-моему. Может, они как раз. Я немножко в другой поставил, немного в том, что немного защитить Олег Петрович в этой ситуации. Дело в том, что, как уже правильно сказали, проблема общежитий, взаимодействия с, по электроэнергии, проблема не только Николаева, это всей Украины проблема. И какой бы руководитель здесь ни был, он столкнулся с теми самыми проблемами, связанные с положением дел в общежитиях, взаимодействием с монополистами и порядком этих расчетов. Потому что вот с этого места поподробнее. История на ПГС заключалась в том, что люди платили, а гуртожиток не перечислял деньги в Облэнерго. Это, мне кажется, никак вообще не лежит в плоскости инструкции НКРЕ или там каких-нибудь государственных нестыковок. Это лежит просто в том, что деньги передавались, эти ЖЭКи тоже многие так делают, деньги передавались для того, чтобы дальше последовать по назначению, но потом, видимо, находилось другое применение этим деньгам. Вот что-то здесь не срастается. Я думаю, здесь я немножко вот прокомментирую. Я уже немножко оговаривался по этому поводу. Дело в том, что проблема общежитий, как я уже обозначил, в их конструкции. И отмотать электроэнергию кому-то знающему легко. Там нету электронных счетчиков, которые там давайте под контролем прочее. Курсы по отмотке. И так далее, и тому подобное. Эфире. Переключение этих всех полномочий, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь вот решение вопроса должно быть как раз непосредственно именно переход на прямое абонирование, на введение порядков там в энергоснабжении и в собственности для того, чтобы решить вопросы тех самых жителей. И, естественно, конечно же, вопрос, который обозначили, куда деньги направлялись и так далее. Я знаю, что на предприятии гуртожиток неоднократно проводились финансовые ревизии и прочие, которые дописали массу своих тоже постановлений. И в том в числе, что гуртожиток не имеет права взимать деньги за ту электроэнергию, которую потребляют жители, потому что он не является лицензиатом. И это должен предоставлять тот предприятие, которым я, по сути, является Облэнерго. И тут опять же коллизия государственная, вот эта нормативная. А кто должен заключать договор, кто должен подавать? Почему предприятие, которое поставлено для обслуживания дома, занимается, по сути, продажей, абонированием за электроэнергию, чего у него, по идее, быть не должно? И опять же вот вопрос законодательный. Хорошо, Игорь Пов, пожалуйста. Давайте, если позволите, вернемся. Помните, у нас была дискуссия по жилищно-коммунальным там услугам, как раз тарифам, там несколько передач назад. И что касалось ЖЭКов, был такой любопытный момент. То есть мы как бы задались вопросом, а в чем смысл передачи, например, тех услуг, да, коммунального ЖЭКа частным структурам, если ничего не меняется. То есть тариф они не меняют, не имеют права менять. То все остается по-прежнему. Как бы был коммунальный ЖЭК, стал такой частный, получастный ЖЭК, но тоже как бы он никому не выгодный, он не приносит никакой прибыли. Но тем не менее вот эти хозяева частных ЖЭКов никуда не уходят. То есть они где-то находят какими-то обходными путями
вот тот доход, прибыль, ради которого они, собственно, и сидят по сей день. Да? Так вот, возвращаясь к сегодняшней передаче, если КП, коммунальное предприятие «Гуртожиток», такое страшное, жуткое, неубыточное, с арестованным счетом, у них все течет, все рушится, все меняется, а зачем там директор сидит? Ну, у него контракт. Или наоборот, он почему он до сих пор не сидит? Нет, 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 я не в этом смысле, но он же никуда не уходит. Так он же в АТО. Причем тут АТО? Он же никуда не уходит. То есть он находится, да, у него контракт, но он может прийти и сказать, я не хочу больше работать, я увольняюсь. Но он, тем не менее, он там сидит. Значит, это предприятие приносит ему какой-то доход. Не значит. Ну, ну как не значит? Может, он мазохист. Ну, смысл. Он альтруист. Чем? А, ну, разве что альтруист. То есть получается, что все печально известные наши хозяева всех вот этих ЖЭКов, там, Заботах, Центральный 1, там, не будем называть их имена, они тоже альтруисты, конечно, как и Олег Петрович Солтыс. То есть чистейшие воды альтруисты и святые, конечно, люди. То есть мы приходим к такому выводу. Ну, а как вы? Это такая реплика, не вопрос. То есть, ну, хотите, можете ответить. Я отвечу немножко в другой формате. На сегодняшний момент в сфере жилищно-эксплуатационных предприятий мы наблюдаем падение или уход, отсутствие смены качественных профессиональных кадров. Вот это вот проблема. Потому что, ну, вы говорите, альтруисты, то по сути все руководители предприятий жилищно-эксплуатационных в своем большинстве, это уже пенсионеры. И кто потом будет качественно выполнять свои функции, на сегодняшний момент становится вопрос. Потому что это большая ответственность. Это предприятие, в котором на балансе 50, 100, 200 домов, в которых живет тысячи людей. Это ответственность уголовная, в крайнем случае даже. И эту ответственность необходимо нести и за это еще понимать, что делать, как делать. Поэтому на сегодняшний момент, вот, говорит там Олег Петрович, там альтруист, который работает, ну, я не буду говорить о том, он, почему работает, как работает. Почему работает, это вы его, можете не говорить, а вот о том, как работает, вопрос. Кому как не вам отвечать. Вот ни разу не видел, чтобы на такие ключевые должности проходил какой-то конкурс и требовались опытные кадры. Или что есть дефицит. Наоборот, эти все назначения, мы же знаем, они происходят кулуарно и ставят так называемых своих людей. Это же мы тоже знаем. Поэтому говорить о дефиците специалистов при отсутствии вакансий и информирования о наличии вакансий любого зама мэра, мы же знаем, как назначают. Мы же знаем, как назначают. То есть мэр подбирает себе тех людей, с которыми ему удобно работать. И никак по-другому. Поэтому вот единственный момент, как попадают на должность. Спасибо. Вот хорошо, скажите. Вот мы, в принципе, подошли к логическому какому-то вот моменту нашей дискуссии. Не хватает экспертов, не хватает специалистов. С другой стороны, есть люди, которые сидят на этих местах и прекрасно себя чувствуют. С третьей, есть понимание того, что эти люди не на своем месте. Что мешает, как результат этой программы? Не знаю, понедельник. Объявить конкурс на замещение этой должности. Пускай соискатели предоставят свою программу. Они, понятно, получат все исходные данные. Они будут понимать, что им достанется. Они будут понимать, какой свой интерес они преследуют. Не знаю, может, они действительно альтруисты, может, они найдут там какой-то там дополнительный источник заработка или там способ самореализации. Не суть важно. Но вот то, о чем говорит Максим, в принципе, объявите открытый конкурс, пускай все знают. И, не знаю, хоть устройте открытое слушание этих соискателей. И тогда не будет разговоров о том, что назначили своего человека, они снимают его, потому что, наверное, есть какой-то интерес. Вот это логичное предложение сейчас, оно вот звучит в прямом эфире. Ответьте, что вот вы на этот счет думаете? Я понимаю, что Юрия Исаевича нету, подсказать вам некому, там, говори так или говори так. Вот скажите, что вы думаете на этот счет? Нет, ну хорошо, скажите мне просто, что вы по этому поводу думаете? Такой нюанс, который я назвал, это отсутствие технических профессионалов. Первый руководитель, при руководителе предприятия, это должен, по сути, быть менеджером. А вот технические руководители у нас, к сожалению, отсутствуют. У нас главные инженера. Профессионал.
Я что, я предлагаю на должность гуртожитка? Нет, ну они это частные ЖЭКи, они все это прекрасно знают. Это давайте здесь разделим. Гуртожиток и ЖЭКи, эксплуатационная организация, это разные правовые основания для эксплуатации вот этого жилого фонда. То есть в одном случае ЖЭКи или эксплуатационная организация. Это результат, сейчас, если можно, доведу до конца, раз уже вот встрял, что называется, вашу беседу между собой. В данном случае результаты конкурса показывают победителя, вот эту частную эксплуатационную организацию, которая обслуживает обычный жилой фонд в городе Николаев. Поэтому, наверное, вот не совсем корректно будет с точки зрения департамента, позвольте с вами не согласиться, что такая беда, вот у них постоянно какая-то беда, или отсутствие технически грамотных сотрудников, или там, как они указывают часто в ответах, что отсутствие надлежащего финансирования, несоответствие тарифов. Если предприятие шло на конкурс в городе Николаев, который проводил согласно, соответствие законам, и осознавало, что оно берет, и какие обязанности на себя берет, наверное, здесь вопросы городского даже не исполкому, а городскому совету. Каким образом контролируется? В городском совете сидит депутат Солтис. Там сидят депутаты, не только один депутат. Поэтому, наверное, вопрос все-таки о организации, которая представляет территориальную общину города Николаева. Каким образом контролируются результаты вот этих конкурсов и деятельность этих эксплуатационных организаций? Если так вы говорите, вопрос... Никому? Ну а к кому вопрос? Ну давайте так, вы же знакомы с избирательным законодательством. Вы знаете, что депутат представляет территориальную громаду, да, вот по избирательному округу, хорошо, в частности. Вот у нас есть... Поэтому в данном случае вопрос, наверное, вы как активист должны проявить свою гражданскую хорошо, позицию. Хорошо, мы идем на округ депутата, который занимается этим предприятием. Вас все устраивает? Все устраивает. Ну, давайте так, с точки зрения вопроса никому. По крайней мере, возглавляем мной это отделение время от времени рассматривает и предъявляет претензии к деятельности или бездействию со стороны городского совета. И дает оценку и указывает, что без отсутствия контроля за деятельностью там, подконтрольных организаций, коммунальных предприятий в частности, это нарушение закона. И мы с этим решением идем в суд и доказываем решение. Время от времени мы добивались раньше, будем сейчас, вот новое решение есть, добиваться изменения некоторых правил, установок, которые действуют в городе Николаеве. Что мешает в данном случае вам, как общественным активистам, действовать в этом же русле? Нет, на самом деле это очень классный поворот, потому что... В принципе, сплошь и рядом нам тоже приходится сталкиваться с тем, что как журналистам, вот давайте помогите это. А вы туда-то обращались, а что туда обращаться, все равно не помогут. Виталий Ильич, я очень вам благодарен за то, что вы пришли. Я надеюсь, что, собственно, вот и Виталий Владимирович тоже сейчас активнее подключится. Потому что, и Андрей Николаевич, вот заметьте, сегодня очень конструктивный разговор получается. Мне все-таки очень хочется, чтобы наши зрители, глядя эту программу, все-таки поняли, что действительно решение многих проблем начинается с того, что они скажут, все, хватит, я начинаю действовать. И может быть многие из них так бы и сделали, и они просто не знали как. Вот сейчас мы рассказываем эти алгоритмы. Виталий Юрьевич, пожалуйста, вот скажите телефоны, куда можно обращаться, адрес, для того, чтобы те, кто хотят действительно что-то сделать, не жаловались на то, что без толку обращаться все равно не помогут, а пошли и получили помощь. 47-79-44, телефон моей приемной. 47-79-44, вот то, что на экране. Обращайтесь, мы в любом случае, вы как минимум выслушаем, постараемся принять к работе ту информацию, которая поступит от вас. Если же вы имеете сведения, которые собираетесь сообщить, в данном случае антимонопольному комитету, мы примем от вас это заявление, оно будет рассмотрено. И мы максимальные усилия приложим для того, чтобы это было рассмотрено эффективно, быстро и в рамках закона. Ну и в любом случае будем стараться защитить ваши права. Потемкинская, 11, город Николаев. Спасибо. Виталий Владимирович, что вы имеете сказать по этому поводу? Тем более, что ваш телефон тоже заведен, но сейчас мы его тоже покажем. Ну, по данному вопросу, особенно в свете той проверки, которая была на предприятии господина Солтиса. Если я, конечно, это оглашу, может получиться не очень хорошая ситуация. У нас потребитель обратился с вопросом, была сложность приватизации жилья. Сам вопрос не относится к защите прав потребителей, это не наша функция, но он косвенно касался задолженности за потребленную электрическую энергию. И когда мы разобрались с данной ситуацией, наказать предприятие было невозможно, лишь только потому, что никаких услуг по электроснабжению данное предприятие всем своим жильцам не предоставляет.
То, о чем я как раз и говорил. И в своем ответе я написал потребителю, что та виртуальная задолженность была порядка там 2000 гривен, на бумаге не существует. Просто если я сейчас это начну рекламировать, я боюсь, просто повалится вся эта не очень прозрачная схема. Так может быть, наконец-то она начнет валиться? И будет как вот с тем общежитием, который раз, и облэнерго перешло на индивидуальное обозрение. Это как раз может быть то, на что наш ведущий подводит, и наши, мои коллеги, так сказать, которые сидят сзади меня, с чего, так сказать, живут дополнительно и монополисты, и некоторые коммунальные предприятия. Потому что, как мне показали, на данном предприятии есть всего лишь неофициальные документы о том, как все-таки есть на каждую комнату неповеренные приборы учета, чьи показания, конечно, не совсем корректно учитывать, но все-таки можно учитывать. Так как нормативная база не урегулирована и очень скудная, это дает возможность для определенных манипуляций. Мне объяснили, что расчеты за электроэнергию, но опять же, объяснили недокументально на словах, производятся старшими, либо теми, кого выбирают среди жильцов общежития. Вносится это не через счета господина Солтиса и СКП Гуртожиток, а вносится отдельно. Эти счета я не видел. То есть как эти деньги аккумулируются в Николаево Облэнерго, я не знаю. То есть, может быть, здесь есть вопросы для других контролирующих органов, потому как это уже не касалось непосредственно нашей инспекции, но что-то здесь явно нечисто. То есть, фактически, люди не должны... Уважаемые господа, я обращаю ваше внимание, а особенно я обращаю внимание нашей прокуратуры, на то, что публикация в СМИ, равно как и выход программы в электронных средствах массовой информации, в котором говорится о преступлении или о том, что теоретически может квалифицироваться как преступление, приравнивается к заявлению и является поводом для возбуждения как минимум для начала расследования, если не говорить уже о возбуждении дела. Я не знаю, господа, что еще нужно рассказать, чтобы вы наконец-то это услышали и заинтересовались, однако я еще одну золотую рамочку готов приобрести для еще одной кассеты, которую готов повесить уже в приемной или в кабинете начальника областного прокурора. Давайте начнем что-то делать, потому что вот эти истории, которые мы рассказываем, я представляю, как сейчас реагируют зрители, да? Кто-то говорит, поговорят, так и будет. Кто-то говорит, ну ничего себе, они не знали. Ну как-то, знаете, вот очень, как говорил, да, папаша Мюллер, что знают двое, то знает свинья. Как может быть, что столько людей об этом знает, и никто до сих пор не сидит? А человек, о котором мы говорим, сидит на своем месте. Вы же видите, что получается, что... Энерго, вернее, гуртожиток собирает с людей деньги незаконно и, в принципе, не должны туда в гуртожиток люди платить за электроэнергию. То есть получается какой-то левый сбор денег. И если даже они не доплачивают... Ну, вам же Игорь рассказал, что красят заборы, красят козырьки. Я бы так назвал. О том, что существует правовой коллапс. О том, что договор между облэнерго гуртожитком, который по показаниям общего счетчика должен ему платить, а гуртожиток, по сути, не имеет права собирать эти деньги, так как не является лицензиатом. И вот вам правовой коллапс. И мы сколько раз обращались по этому поводу, сколько было проверок про общество по защите прав потребителей и фининспекции, которые говорят, что это правовой коллапс, потому что гуртожиток не имеет права собирать. Но вздрось-то, раз он собирает, собрали незаконно, куда относить? Оплачивать эти деньги, он, по идее, оплачивать должен облэнерго. Как показывает история с ПГС, далеко не всегда оплачивает. По общему счетчику должен оплачивать облэнерго. Но не оплачивает. Да, а где же деньги деваются? Они взимаются автоматически. Вы знаете, что по общему счетчику облэнерго берет 63 копейки, а потребитель, относящийся к категории населения, должен платить 36 копеек по сегодняшним расценкам. Он относится к категории НИИ, блока НИИ, то есть по низкому напряжению. По общежитиям не играет роли. Он везде по документам 497 и 6 он является бытовым потребителем населения, не населенным пунктом. Так вот, самое интересное, что они в разнице тарифа закладывают 2-4 копейки, уже сейчас они закладывают,
и получают облэнерго. Незаконно отчитываются они, как взяли деньги с бытового потребителя. То есть они отчитываются по 36 копеек, а потом им еще государство доплачивает за то, что они поставляют электрическую энергию низкого напряжения по 36 копеек и доплачивают разницу. Вы думали об этом, что это получается? Насколько... А вот согласно 215 постановления НКРМ, которое было в 2011 году сказано, что ОСМД и все остальные кооперативы, не кооперативы, эти самые дачные кооперативы, они должны иметь счетчик у каждого, а ваш гуртожник должен заключить договор отдельно. Вот здесь написано, в пункте втором написано, что он должен заключить договор на освещение лестничных площадок, на лифт и на подкачку, и на номерные знаки. Вот что они должны. Так вот, гуртожник должен платить не за то, что ему собралось население и в разнице тарифа, а он должен платить только за то, что он обеспечивает электрической энергией, после отдельному счетчику обеспечивает лифт, второе, освещение и подкачка. Это идет отдельной строкой в тарифах. Это отдельной строкой в тарифе, написано, оно присутствует. Написано, для технических целей, и пожалуйста. И для общежитий существует два тарифа. Тариф для домов с газом и без газа. Хорошо, но я еще раз говорю, что как они должны... Как для потребителей, не для как населенных пунктов. Так они должны платить как население по 36 копеек они сегодня. Оплачивают. А они платят 63 копейки. Да они оплачивают по 36 копеек. Давайте, господа, прервемся. Давайте прервемся. Можете посмотреть. Виталий Иванович, давайте прервемся на рекламу. Пока будет реклама, вы сможете уточнить детали. Реклама. Державна допомога шукає тебе. Підвищення тарифів на комунальні послуги особливо відчутне для найменш захищених сімей. Передусім це родини, де є діти, пенсіонери чи люди з інвалідністю. Тож держава піклується саме про вас. Тарифи підвищилися, але ви будете сплачувати доступну суму. Документи на оформлення субсидій надійдуть до кожної домівки разом з квітневими рахунками на комунальні послуги. Оформлюйте субсидію, отримайте державну допомогу. Чому кажуть, один в полі не воїн? Бо щоб перемогти ворогів, потрібна армія. А ти пішов до армії, щоб боротися з ворогами? Я пішов до армії, щоб захистити тебе, маму, нашу землю, щоб ти зростала щасливою у вільній країні. Тато, а коли ти повернешся? Тисячі дітей, захисників нашої батьківщини, лишилися сиротами. Їхні батьки ніколи не повернуться додому. Ці діти потребують вашої допомоги. Доброчинний фонд «Територія життя». Лікарня, школа, дороги. Що обрати, коли не вистачає грошей? Децентралізація – шлях, яким пройшла вся Європа. Настав час обирати або зміни, які рухатимуть країну вперед, або бездіяльність, яка залишить нас у злиднях. Щоб змінити систему, країна має змінитися зсередини. Щоб довести реформи до кінця, потрібна оновлена конституція. Перший крок вже зроблено. Фінансова децентралізація наповнила місцеві бюджети. Наступний крок – потужні громади. Самостійні, ефективні, здатні подбати про себе. Школи, які дозволяють вступати до інститутів. Лікарні, які виліковують. Дороги, по яких можна їздити. Довідки за лічені хвилини. У новій конституції президент віддає владні повноваження територіальним громадам, щоб наблизити Україну до Європи. Децентралізація – це майбутнє України. Це влада на відстані витягнутої руки. Я дуже благодарен нашим гостям, нашим експертам за те, що вони максимально відкриті. Вони максимально конструктивні і, значить, ефективні. Я очень надеюсь, что люди, которые нас слушают, они поймут, куда обращаться, они начнут что-то делать, они поймут, что многое зависит от них, и они не беззащитны, они не одиноки.
Вот какой еще интересный нюанс нашей передачи. Понятно, что кому-то выгодно вот все то, о чем мы говорим, что это происходит. И до тех пор, пока об этом не говорится вслух, а поверьте, я не знал, что вот это вот станет всеобщим достоянием. А на самом деле сам этих схем, начиная заниматься этой программой, я понимал, что есть какие-то проблемы. Я понятия не имел, что существуют такие вот схемы. Это всплыло неожиданно для всех, для нас, вот здесь, на эфире. Всплыло спасибо вот вам, господа, за то, что вы об этом говорите, а не называете, знаете, там, кто такое, где у нас порой, как очень часто бывает. Так вот, можно было делать вид, что ничего не происходит до тех пор, пока это не прозвучало в эфире. Можно было делать, ну мы не знаем, мы не понимаем, не видим все схемы, ну это не совсем так, как вам кажется, вы не знаете всех обстоятельств. Вот мы 2 часа здесь говорим об этих обстоятельствах. И если после этой программы кому-то удастся сделать вид, что никто ничего не знает, ну я думаю, это будет и диагнозом, и приговором одновременно. Поэтому мне очень хочется, и на самом деле, поверьте, вот не только мне, а я уверен, что большинству наших зрителей, наверное, и всем нашим зрителям, и тем, кто будет это пересказывать, тем, кто будет смотреть это в интернете, хочется понять, вот есть у нас власть или нету. Вот мы говорим, по сути, о жутких вещах. О том, как там один человек, там, может быть, небольшая группа людей, обворовывает огромное количество горожан. Все это знают, все это видят. И вот вопрос, да, есть ли у вас законы против Кости Сапрыкина? Вот хочется понять, будет ли результат вот всего этого. Господа, у нас еще есть 8 минут, и я надеюсь, что мы проведем их с пользой. Пожалуйста, наверняка у каждого из руководителей подразделений, предприятий, служб есть что-то важное, что вы считаете нужным донести вот сейчас до зрителя в конце нашей программы. Пожалуйста. Андрей Николаевич, да. Уважаемые зрители, тема довольно интересная, она, в принципе, это только верхушка айсберга, проблем действительно очень много, накопились они годами, и их решать довольно сложно, учитывая там разнообразные нормативные документы, да, и тому подобное, но решать их надо, и, как правильно указали, что надо начинать непосредственно с самого себя, когда человек понимает, не только свои права, но и свои обязанности, изучает это дело, консультируется, тогда можно идти вперед и добиваться каких-либо результатов, только совместными усилиями. Потому что власть сама по себе не справится, как бы не хотела. Человек тоже сам по себе не справится, как бы тоже не хотел, учитывая те ситуации, которые есть. Поэтому я призываю всех жителей города Николаева, и общежитие в том числе, о том, что конструктивно работать, изучать нормативную документацию, изучать ту информацию, которая есть. Наши двери департамента тоже открыты для диалога, для общения, для изучения тех вопросов, которые есть. И так как вот было указано о людях, о кандидатах, либо о желающих работать, мы то же самое. Люди, которые приходят, приносят свои резюме, предлагают свои услуги, это все дело накапливаем для того, чтобы их рвение, их желание применить в той или иной сфере. Как для примера, немножко отступление, буквально 2 дня назад был прием у городского головы, и один активист такой рьяный говорит, вот те плохие, те воруют, те такие. Говорит, так вопросов нет, ну давай, говорит, тебя сделаем сейчас руководителем предприятия. Нет, я не хочу, мне это не надо. Вчера приходит ко мне работник, который работал в свое время в жилищно-спасательной сфере, говорит, я хочу работать, я прилагаю свои услуги, говорит, я могу работать тем-то, тем-то. Вопросов нет, мы рассматриваем. Так само и люди, которые хотят работать, работа есть. Я думаю, каждому мы найдем по его возможностям, по его техническим возможностям и образованию место под солнцем для того, чтобы работать. Даже в департаменте. Но у нас тоже нехватка людей, потому что зарплаты не такие высокие. Но кто хочет, пожалуйста, будем также рассматривать. И касательно проблемы общежитий, той темы, которую мы собрались, я хочу еще раз сказать, что проблема эта есть очень глобально, и мы будем ее решать.
насколько нам позволяет, как и вопросы ремонта крыш, как и коммуникации, как и этих электрических сетей, несмотря на все сложности, которые мы сталкиваемся, как с работой с Облэнерго, так и с финансовыми возможностями, потому что тоже очень сложная процедура по документальному оформлению. Но мы ее решаем и решать мы ее будем. От этого никто не отказывается и никто не говорит. И касательно того адреса ПС-4, то этот проект... Решали, решаем, будем решать. Решим ее в любом случае, потому что у нас другого пути нет. Мы должны перевести все дома, все общежития на прямое абонирование, для того, чтобы по ПС-4, мы все-таки надеемся, что мы в этом году этот вопрос решим. Мы в этом году уже несколько общежитий перевели на прямое абонирование. Сейчас еще по трем общежитиям ведется работа. И по нескольким еще мы планируем до конца года хотя бы еще дополнительно 10 общежитий довести. Но на это, конечно, нужна воля и людей, и Облэнерго, естественно, и наша власти довести это до логического завершения. Кроме воли этих людей, есть еще, по крайней мере, я так понимаю, готовность им помогать со стороны вот Виталия Георгиевича, в частности. Пожалуйста, ваше обращение к зрителям. Я хотел бы сказать, что нужно брать проблему и ее решать, работать. Рассчитывать на поддержку, в том числе, антимонопольного комитета. Только работать. Спасибо. Виталий Владимирович, пожалуйста. Ну, я хотел бы добавить, камера на вас смотрит. Неразрешимых проблем не существует. Все зависит только от степени и желания решить эти проблемы. И наша инспекция в том числе готова в этом помочь всем жителям Николаева, Николаевской области. Обращайтесь. Спасибо. Общественники, которым я периодически не давал слова, пожалуйста, договаривайте, что вы хотели. Для меня очень удивительно было узнать, что фактически, если человек проживает в общежитии и он не будет платить за электроэнергию, то он, по большому счету, абсолютно не нарушает закон. И я уверен, что это не мог не знать руководитель КП «Гуртожиток». И, естественно, те деньги, которые они собирали, которые не обязательно было платить, они оседали непонятно где. Очень хочется и верить, что наш мэр Юрий Исаевич об этом не знал и даже не догадывался, и что после просмотра этой программы он сделает соответствующие выводы, либо найдет средства для того, чтобы перевести всех на индивидуальное абонирование и не выделять из городского бюджета деньги на погашение задолженности. Вот только в это хочется верить. Спасибо. Спасибо, Игорь. Ну, единственное, что я могу сказать, что теплится все-таки еще надежда, что Николаев когда-нибудь станет настоящим европейским городом без этих мелких, на самом деле, и очень неприятных проблем. Особенно, что касается общежития, потому что то бесправие, в котором находятся люди, проживающие в этих общежитиях, невыносимо не смотреть эти сюжеты и не слушать жалобы этих людей. Дай Бог. Виталий Степанович, секундочку, подождите микрофон, пожалуйста. У меня предложение простое. При нашем коммунальном хозяйстве собрать технический совет, рассмотреть юридические вопросы, которые ставятся, а именно, кто должен заключать договор, прямой договор с потребителем, населением, а кто должен заключать договор с владельцем сетей, то есть с коммунальным хозяйством. И не платить должен наш горсовет или кто-то платить деньги за какие-то сверхнормативные потери и тому подобное. Эта задача пусть решает. Ставить технический счетчик, общий счетчик учета, ставит Облэнерго для проверки сверхнормативных потерь. И второе, надо еще рассмотреть вопрос, а нужен нам вообще ли Облэнерго в своем ипостаси? Чем он занимается? На бумаге покупает, на бумаге продает, никакие функции не выполняет. А за каждый киловатт электрической энергии, купленный на рынке, получает 61 гривну с 1 мегаватта. Электропередающая организация получает 131 гривну за поставку электрической энергии в точку продажи бытовому потребителю, то есть на 0,4 ква. То есть, а работу не выполняет, работу вешает на данное коммунальное хозяйство, что нужно содержать сети, содержать электрика, за какие финансы. И не считая то, что, они, если посмотрите их затраты, на которые входит тариф. Я вам скажу, в прошлый раз говорил, сегодня повторю. У меня есть документ, который сказано, что они пытались повысить свою зарплату, а им отвечает НКРР, вы получаете 60,5% от стоимости своих услуг. Что же остается тогда на население, на сети? Считаем, 20% НДС заплатить надо? Надо. 10% прибыли предприятия надо? Да. А что же остается тогда на что? На услуги. Полпроцента? Вот они наше время заканчивается. Все, молчу. Ничего практически не выполняет, закончилось. Они не получают. Потом вдвойне.
еще делают дополнительные... Ну, услугу, когда взимают с людей дополнительные затраты. У нас вот есть... Далее, Степанович, у нас время закончилось. Я хотел бы к словам Виталия Степановича только добавить, что вот у Виталия Георгиевича и Виталия Степановича есть очень успешный опыт взаимодействия, и наша группа как раз вот снимала, присутствовала на этом, когда вы отстаивали права жителей дачного кооператива. Андрей Николаевич, не пренебрегайте тем потенциалом, который вы встречаете на наших программах. Люди действительно готовы к конструктивной деятельности, а не только к огульной критике. И я хочу подякувати усім, хто взяв участь в сьогоднішній програмі. Я просто щиро, дуже приємно вражений тим, що три, ну, по суті, чиновники, які прийшли сюди, вони виявилися настільки людяними, настільки просякнутими турботою про те, що відбувається в Миколаєві, настільки готовими допомогти, що ті слова Ігоря Поха, які він сказав, що ми все ж таки потихеньку починаємо становитися європейським містом, вони мають під собою ґрунт. Адже саме тому, що у нашій владі з'являються люди, які думають не про те, як би там добре виглядати перед камерами, а про те, чим допомогти тим, хто до них звертається по допомогу, саме такі обставини для мене є ґрунтом для того, щоб бути впевненим. Все у нас буде добре. Дякую, що були з нами. До побачення.